Сегодня я хочу говорить о различии причины и основания. Пишу. Пока это у нас будет чисто словесное различие, пока я так его обозначил. То есть на самом деле мы сразу различаем, есть различия в языке, а есть различия как бы в мире, в реальности. Да. И это различие тоже существует. Пока вот сейчас вот мы как бы просто опираемся, да. Есть, что в языке есть вот некое различие. Значит, да, я бы даже расширил, так сказать, эту парадигму, вот, и сказал, что есть различие в языке, можно различие установить как бы в пространстве смыслов, да, ухватить, ну, как бы, если мы чистое различие в языке, просто два слова, придали им какую-то, поместили их в какую-то философскую, не знаю, систему или структуру и увидели различие смыслов. Вот. Тут уже мы как бы отчасти от пут языка освободились, или, по крайней мере, сделали их, вот, ну, сделали это различие сознательным. Вот. Ну и действительно существенный вопрос, есть ли, присутствует ли такое различие в мире. Вот. Значит, ну вот просто если мы говорим о языковом плане, то существует два слова: причина и основание. Надо сказать, что они очень часто выступают как синонимы. Вот. Что такое основание? То, ну, тоже как бы какая-то вот такая причина. Что такое причина? Ну, это тоже как бы основание, вот, для следствия в каком-то смысле. И моя задача сегодня попытаться как бы придать смысл этому различию. Вот. И на самом деле я буду делать это очень простым способом. Вот. Даже как бы, когда мне это пришло в голову, мне показалось, что слишком просто получается. Ну, мы сегодня это обсудим. Вот. И второй момент касается того, что раньше уже я это различие использовал. И сразу скажу, я осмыслял его следующим образом. Причину я каким-то образом относил к, скажем так, к временному следованию. То есть, вот, скажем, есть какая-то последовательность событий. Вот, последовательность действий, и в этой последовательности действий мы можем там выделить или не можем. Мы тоже обсудим как бы вот этот момент исчезновения причины, который мы обсуждали на прошлом семинаре. Это очень важный момент, но мы как бы вернемся к нему чуть позже, когда причина исчезает в действии. Вот. Или, допустим, выделяя причину, мы теряем действие. Значит, я раньше рассматривал, что есть причина как действие внутривременное, вот, здесь я как бы пишу время. И мы, когда говорим причина, мы подразумеваем именно временное такое причинение. Вот. А основание я интерпретировал как ту же самую как бы причинную связь, но пространственную. Ну вот, скажем, фундамент является основанием для здания. Вот. Пространство. Такая схема у меня существовала, но она перестала меня удовлетворять. Вот. И я понял, что на самом деле есть более как бы широкий способ различить эти две вещи. И в частности, вот такой способ смысла удержания этого различия, он будет являться частным случаем более широкого. Я сразу, как бы, чтобы, так сказать, интригу не слишком долго не держать, я скажу о том, как я их различаю. Значит, вот причины и основания. Значит, это у нас как бы было прошлое. Причину я называю имманентной причиной. То есть ты как бы причину тебе все равно делишь на две, надо, да? Да. Все так же у меня осталось две. Вот. Это еще просто разговор связан с тем, что как раз в причине видится какая-то активность, а в основании пассивность. Ну вот сейчас мы это обсудим, да, как раз. Имманентная причина и основание я обозначаю трансцендентная причина. Ну или, не знаю, трансцендентальная, как правильно тут говорить. Наверное, трансцендентная все-таки. Трансцендентная. Трансцендентное. Мог бы писать это все.
Ну, вообще, различие имманентное и трансцендентное – это естественное различие. Естественно, абсолютно. Ты пытаешься разбить как бы вот по некому отделению, да, вот. Да. Все можно разбить на имманентное и трансцендентное. Вот. Ну, вспомню, допустим, наш прошлый семинар, когда мы рисовали некое пространство, вот, пространство сознания, вот, здесь у нас были какие-то вещи чувственного восприятия, идеи и так далее. Вот, здесь была в том числе и активность, да, то есть, допустим, вот какой-то субъект, вот, здесь действует на какой-то объект, и все это присутствовало здесь. В то же время у нас шел разговор о некотором там, поле внимания, о некотором, там, не знаю, луче внимания, который вот в этом пространстве сознания выхватывает нечто. Вот. И заметьте, у нас субъектом, как бы, субъект возникал в итоге в двух смыслах. Во-первых, у нас все так же остается субъект всякой активности. Субъект тактов. Вот как бы субъект вот действует, от него исходит действие на объект. Вот, исчезает он в этом действии или нет, это тоже мы будем обсуждать. Но вот именно такого рода субъект, который мы определяем как причину активности, да, то есть как у нас возникает определение вот этого субъекта. Мы говорим, есть активность, ну, значит, наверное, у нее есть причина. Вот, назовем ее субъектом. Так вот, такого рода причина, причина активности, это имманентная причина. Она как бы, почему имманентная? Потому что вот это все причинение, оно лежит как бы в этом поле. В поле, там, в пространстве сознания, в, не знаю, как бы, в... либо если мы говорим, я говорю, про временное причинение, вот как бы один объект что-то причиняет, один субъект там причиняет что-то другому, и вот как бы протекает это время, скажем, последующая какая-то стадия может стать причиной следующей стадии и так далее и тому подобное. И это все, как бы, я называю имманентным причинением и имманентной причиной. Вот. Сейчас, как бы, может быть, понятно будет, когда я другую причину введу. Что такое трансцендентная причина? Трансцендентная причина, вот, это то, что, как бы, это как внешняя причина. То, что не включено в процесс. То, что делает возможным весь процесс. То есть, во-первых, трансцендентная причина – это условие возможности. То есть, скажем, ну, приведу пример. Да, вот, скажем, камень скатывается с горы и толкает другой камень. Да? Вот можно, как бы, так сказать, рассуждая, говорить, что вот камень один является причиной движения другого. Вот он как бы скатился, толкнул. Вот. Причина движения второго камня лежит в первом. Вот. Но какая это причина? Это как раз имманентная причина. Вот один камень является причиной... Движение одного камня является причиной движения другого камня. Что же такое трансцендентная причина? Если в этом пример. Что? Тяжесть. Да, совершенно верно. Это как бы, так сказать, условно говоря, закон всемирного тяготения, сила тяжести... То, что вообще как бы возможно движение, то, что вообще возможно камни и так далее. То есть это некая онтологическая структура, которая позволяет всему происходящему происходить. Ну, это похоже на формальную причину. Это похоже на формальную причину. А это похоже на причину действия. Да, похоже. У меня четыре причины, как материально формальная, то откуда и то куда. Да, вот это то откуда, а это на формальное. Ну, а вот про вещь себе, это какая причина? Она как бы вот вещь себе на трансцендентно по определению. Она является тоже трансцендентной причиной. Она как основание тоже похожа на это. Что вещь в себе есть основание явлений. Про вещь в себе сейчас подумаю еще. Ну, но я вот в нашем примере хотел сказать, что здесь вот этот вот, ну если я здесь, так сказать, формально напишу там субъект 2, субъект как бы внимания, если мы его вводим, так сказать, ну как вот я говорю, как единство внимания, то он будет выступать именно как трансцендентная причина. Потому что он не является причиной как бы всего происходящего. Ну, ты, допустим, идешь по улице, видишь драку, да? Ты не являешься субъектом этой драки. Она происходит не потому, что ты как бы ее устроил. Но при этом
вся ситуация наблюдения возможна только когда есть ты как наблюдатель. Вот. То есть ты являешься как бы основанием вот этой ситуации наблюдения. В каком-то смысле даже основанием существования этой драки. Да? Если как бы речь идет... Здесь есть одно возражение существенное. Нечестно. Существенное возражение состоит в том, что вот это разбиение, имманентное трансцендентное, действительно полное разбиение всех возможностей. Но ты трансцендентно получаешь как отрицание имманентного. То есть все, что не является имманентным, для тебя является трансцендентным. То есть у тебя не так разбиение происходит, что есть сущность одного и другого, и ты сравниваешь эти сущности. А у тебя происходит так, что ты всякую сущность, которую ты видишь по каким-то, ну, по каким-то признакам, что она не имманентная причина, ты сразу становишься она трансцендентной. Ну, в каком-то смысле так оно и есть. Да, да, но вот более... при всех таких разбиениях надо помнить, на самом деле, что твое разбиение может быть надуманным. Потому что, то есть, как бы, всегда можно разбить все на А и не А, но из этого не следует, что какое-то разбиение существенно. Да, ну, я согласен с этим. И чуть позже, как бы, мы придем к ситуации, когда начнется что-то интересное. А именно, когда у нас имманентность станет тотальностью. Когда мы будем говорить о тотальной имманентности, как бы о мире в целом, вот, и будем спрашивать, а для мира в целом есть ли какая-то трансцендентная причина? Вот. То есть, на самом деле, как бы, все философские коллизии происходили именно вот вокруг этого вопроса. И там наиболее изящно там вышел из этого положения Гегель, у которого, как бы, эта причина, то есть, там, не знаю, это сознание, я, оно одновременно, как бы, является и внешней, и внутренней причиной. Когда этот субъект, он, как бы, одновременно и здесь находится, и здесь. Вот в чем дело. Ну, я понял. Забегая вперед, как. Вот. То есть, конечно, когда мы говорим просто о каком-то множестве, да, все внешнее по отношению к нему является трансцендентным. Да? Там, допустим, мы выделили какую-то часть, да, вот сказали, вот это вот как бы внутреннее, а это внешнее. И в этом плане мы осуществляем произвол, выделяя внутреннее и делая как бы все остальное внешним. Это факт, да, это так. Вот. Конечно, когда речь заходит, если, допустим, мы эту аналитику осуществляем, это различие в области сознания, вот, занимаемся чем-то конкретным уже, типа сознания, там, по идее, что-то нам должно подсказать, где провести границу. Вот. Ну, в частности, вот я говорю, есть некий пример. То есть, явным образом вот это вот единство внимания, про которое я говорил в прошлый раз, оно не является чем-то внутренним этого мира. Вот. Оно не происходит как бы из него. Оно является чем-то внешним. Вот. То есть мы одновременно, вот это парадокс нашей жизни, мы одновременно как бы и внутри мира, вот, и действуем в нем, внутри мира, именно как вот этот действующий субъект. И в то же время в своем созерцании, в своем внимании мы вне мира. И мы внешним образом относимся к происходящему. Вот. Более того, как бы, если мы говорим про условия возможности, да, то условие возможности, по своему понятию, оно никогда не станет как бы вот этим, ну, не должно, по идее, стать субъектом, да, действующим. Потому что фактически, я опять же другое различие хочу наложить на это различие и сказать следующее, что, ну, вот если, допустим, мы вот эту схему будем в хайдеггерианском ключе интерпретировать, то у нас получится такая ситуация, что вот эти действующие субъекты, это всегда некое сущее. Вот камень, то, все, пятое, десятое. Вот. А трансцендентная причина или основание, вот у него есть целая лекция, там, положение об основании. Трансцендентная причина. Что она делает, что она причиняет? Еще раз, что причиняет трансцендентная причина? Как условие возможности. Вот это, допустим, причина. Камень причиняет движение другому камню. Всегда можно сказать, что он причиняет. Причиняет то, все, пятое, десятое. Здесь причинение содержательно. Вот. Здесь же причинение бессодержательно. Трансцендентная причина, ну, допустим, внимание, она не причиняет никакого содержания. Она просто делает, как бы, так сказать, выводит на свет, допустим, да? Что-то попало в сферу внимания, это то или другое. Вот. Трансцендентная причина причиняет только бытие. Она причиняет только, она делает что-то существующее.
Вот как условие возможности? Что оно делает? Оно чему-то позволяет быть, а чему-то не позволяет быть? Свидетельствует. Ну, как бы свидетельствует, да. Свидетельствует, если это внимание, если как бы мы говорим не про внимание, а как бы про какую-то более метафизическую ситуацию, просто говорим бытие. Бытие является, как вот у Хайдеггера, бытие является основанием всякого сущего. Оно является основанием, да, вот этой трансцендентной причины, не в смысле того, что оно как бы определяет его содержательное, а в смысле того, что оно позволяет ему быть, и все. Вот смотри, вот причина дома, да, как бы, можно говорить о том, что причина дома является строитель. Это вот как раз там причина и момент. Да, да, да. Можно говорить, что причина дома является идея дома, да? Да, и да, все идеи, да, все идеи как раз, да, вот я хотел сказать, что этот платонизм, да? То есть это формальная причина. Да. То есть дом так придуман, что вот он возможен. То есть и строитель, как действующая причина. Ну, просто я бы хотел сказать, что это воплощает идею в реальность. Это различие немножко шире. То есть эта причина, все-таки она не обязательно формальная. То есть форма может являться трансцендентной. Идея может, да. Аристотель рисует, да. Потому что если ты заговорил о причинах, у нас есть как бы вот фундамент, да, вот есть четыре причины Аристотеля. Надо связать, вот, показать, где причина, где какая причина. И монетная причина – это действующая причина. У нас еще есть материальная, формальная. Ну, целевая причина, она тоже как бы, наверное… Целевая причина связана с волей, на самом деле. То есть воля организуется как целевая причина. То есть на самом деле воля валит тем способом, что устанавливает цель, и как бы и все к этой цели схлопывает. То есть, вот только вот вообще говоря, вот с определенного момента, как бы, ну, я так понял, да, что вот именно как раз понятие целевой причины нам удобно связывать с волей. Тогда остается формальная и материальная причина. Вот материальная причина и формальная причина, в некотором смысле, это как бы можно объединить в одну. Да, вот то, что ты называешь трансцендентальной причиной. Вот надо теперь это как бы. Либо различить надо с этим. Трансцендентная, да. Угу. Просто, да, трансцендентная, и одновременно тут эти трансцендентальные условия возможности кантовские. Просто ведь можно говорить о том, что дом стоит на неком основании. Да? Да. Основание, то есть фундамент этого дома не является причиной дома. Но в некотором смысле является условием возможности того, что дом не разрушается, что он стоит. Да, что он не упадет. Да, не провалится. Но этот фундамент, он является имманентным самому дому. Поэтому, когда мы все-таки используем метафору основания, мы должны все-таки понимать, что это основание. Хотя она и взята по смыслу как фундамент, но должно пониматься как-то причина в смысле, что мы хотим сказать. Если мы хотим сказать, что условия возможности, но фундамент тоже условия возможности. В чем как бы вот здесь вот это. И вот в каком-то смысле вот есть идея. Идея является условием возможности дома не в том смысле, в каком фундамент является условием возможности. Потому что фундамент в конце концов может быть разным, фундамент может и не быть. Правильно? То есть фундамент является условием, но может не быть. Ну да. А и без идеи дома, дома быть не может. И в каком-то смысле идея дома одна. Одна идея дома. Сколько угодно может быть всякой различных конструкций дома, там, но все равно идея дома одна. То есть это различие оснований и причин, получается, все-таки не совпадает с имманентом и трансцендентом. Так что выходит. Я не знаю, да, просто слово имманентное, если слово имманентное означает, что вот сущее действует на сущее. Да, что вот есть некий план, например, материального или план идеального, ну или план, ну скажем, лучше не идеального, это план психического, да. Одна мысль зацепляет другую, там, или одно слово зацепляет другое. Да. Вот это имманентное, да? И причины и следствия, они одной природы. Они одной природы, они лежат в одном, так сказать, пространстве каком-то там, каком угодно. Пространстве смысла, пространстве там, сознания, реальном пространстве. Это первая связь. Угу. Да, вот если так можно высказаться, вот есть такая горизонтальная связь. Да, вот, да, горизонтальная. Одно сущее связано с другим сущим. Да, да. Вот у нас такая горизонтальная связь. А теперь у нас есть под поверхностью некая глубинная связь. Да. Вот глубинная связь. Вот можем ли мы говорить, что вот эта вот связь есть причинение, вот это вот? Я бы даже сказал, что вот эта связь, причинение, сама поверхность, вот эта вот, сама поверхность. Вот это вот, является имманентной, да, причиной. А ты хочешь сказать, что вот эти трансцендентные? Я хочу сказать, что сама поверхность даже, как бы, поверхность, вот особенная, да, она какая-то, является вот этой трансцендентной причиной. Это поверхность. Просто то различие, которое ты здесь вводишь, ну, которое вот я вот сейчас так вел, это различие на самом деле использует Делёз, который объясняет
философию стоиков, да, вот он говорит о том, что вот есть причина, которая вот где вещи, как бы материальные сущности с друг другом сталкиваются, да? Да. А есть как бы вот причины, которые связывают поверхность, вот как ты говоришь, и глубину. Ну вот похоже, вот да, такое различие. То есть вот эти вот причины, это является и трансцендентной причиной, да? Да, да. Но они на самом деле, получается, дело в том, что тут в чем сложность состоит. Непонятно, а что является настоящей этой причиной. Потому что наука указывает как раз вот эти глубинные причины. Но, когда она пытается что-то объяснить, она же, видя вот эту связь, она пытается уйти в глубину и найти связь вот здесь. Да. Вот здесь связь, вот еще одна связь есть. Вот. Угу. Вот это как бы, да. Я не знаю, как это было сюда, это, допустим, трансцендентное, да? Да. А вот это что тогда такое, вот это? Ну, фактически, наука действует действительно так, но тут надо оговориться. Вот, допустим, что делает наука. У нее есть, куски намагниченного металла, вот они как-то друг с другом взаимодействуют и так далее. Она как бы говорит, пойдемте вниз, вот, и... Говорит следующее, есть электроны, которые обладают электрическим зарядом, вот они то там как-то. И она смещается, она опускает это идеи, на самом деле. Вот, да, но она спускается к каким-то идеям, и как бы и делает их, условно говоря, воплощенным новым планом сущего. Потому что дальше у нас в качестве сущего выступают уже электроны. Электроны у нас уже не идеи. Вот в чем дело. Электроны не являются идеей, вплоть до того, что как бы в конце концов там электроны видят в электронный микроскоп. Тут какой разговор? Вот есть, помнишь, говорили о симптомах. Вот есть симптомы. Вот это вот все, что над поверхностью, это симптомы. Да, может быть так. Симптомы. Они объединяются внутри в виде каких-то сущих, то есть в виде синтезируются. Да, вот синтез. Эти симптомы. И на поверхность выступает уже вот то, что мы называли феноменом. Вот это вот феномен. Феномен это определенным образом сконструированные симптомы. То есть симптомов много, они могут быть хаотичные какие-то, да? Вот за этой хаотичностью исследователь находит некую закономерность, спускается вниз, эту закономерность синтезирует, и потом ее проецирует в мир уже как вот некий феномен. Например, такой феномен, как электрон. Есть многообразие экспериментов, где проявляются какие-то свойства, там, например, магнитные свойства, там, свойства там, ток, допустим, да, еще какие-то там свойства. Ну, хорошо, я бы сказал так. Вот электрон не будет отличаться в плане, способа своего существования от руды. Пусть как бы его получили синтезом каким-то, он также будет сущим. А вот закон взаимодействия электронов... Нет, ты не понял, он не получит синтезом. Ну, перегруппирован. Да. Перегруппирован, да. Потому что на самом деле ведь речь идет о реальности. Электрон это реальность, это не просто идея. Да, именно. Взяли симптомы, сгруппировали правильно, как болезнь, понимаешь? Да. Выделили как бы, в конце концов, перед нами всегда изначально есть как бы какой-то поток нерасчлененный, да? Мы так или иначе, вот это все сущее, создавая какие-то предметы, мы его уже как-то группируем. Мы можем перегруппировать, действительно. Вот. Нет, тут еще как бы важный разговор, если ты заметил. Вот это вот разговор феноменологический. Да. А есть метафизический разговор того же самого, где электрон так и остается идеей. И где он только проецируется, и вот этого есть феномена нет. В феноменологии говорится о том, что симптомы на самом деле просто перегруппируются, и в некотором смысле вот это движение, то, которое происходит в мышлении, на самом деле оно вот есть просто вот такое движение. Например, наука, как наука классическая, понимаете, классическая философия, она понимается метафизически. На самом деле вот это есть идея. Гегель бы назвал это не феноменом, а идеей. То есть... Мы увидели в мире такую идею, электрон, да, и как бы и эта идея так и остается идеей, она не становится феноменом реальности. Я просто хочу на другое различие указать, что вот с одной стороны есть электрон, взаимодействующий с другим электроном, или руда, взаимодействующая с другой рудой какой-нибудь, там, заряженной. А с другой стороны, есть закон взаимодействия. Вот как бы наука устанавливает закон. Как бы некую там. Закон, конституируем мы, или закон есть закон реальности. Это Вот это разговор о феномене. Это вопрос. Это вопрос, и это как бы другой вопрос. Но я хочу сказать, что вот этот закон, он все равно является внешним по отношению к этим сущим. Ну, по крайней мере, он так водится. То есть можно говорить, что это их как бы прирожденное свойство, но смотрите, вот у нас есть один электрон, он взаимодействует с другим электроном.
Вот. Есть законы взаимодействия. Да? Если мы припишем, как бы, кому мы должны, к свойству какого из этих электронов, да, или электрон взаимодействует не с электроном, там, с протоном, вот закон их взаимодействия мы не можем приписать ни к одному из них в отдельности. Мы не можем сказать, что, так сказать, закон является свойством электрона. Или, в то же, или сказать, что закон является свойством протона. Закон всегда как бы будет помимо них. И в то же время закон никогда не будет сущим, как каким-то предметом, объектом. Да? Да. Вот. То есть он является в этом плане, он как бы не, он точно не лежит вот в этом срезе сущих, о котором мы говорим. Точно так же, как, допустим, если... Почему этот закон не может быть приписан каждому? Электрону, протону, ну, так, так, потому что закон один. Он один, как бы, для них, для всех. Вот тут для всех заряженных частиц существует один закон. Он должен быть приписан каждому из них. Так нет, ну вот смотри, вот и каждый пришел со своим законом. Да с одним и тем же законом. Один, но у каждого, не знаю, как штамп какой-то, одинаковый на всех. Почему такое невозможно? Ну вот, что, мне кажется, закон, невозможно. Это же не что-то материальное. Это же проблема Платона. Каким образом идеи воплощаются в вещах. Та же самая проблема. Ну да. Идея одна, вещей много. В каждой вещи существует идея вся целиком или частично. Помните там в Пармениде, да? Как парусина накрывает там разные отдельные там вещи, да, как бы там распределяется. Или она в каждом, целиком она в каждой идее. Просто когда, когда идея, это идея вещи, тут еще как бы... Можно как-то понять, ну, так сказать, вложили в каждую действительно эту идею, и пускай она там себе существует в каждом. Но если мы говорим про такую идею, как закон взаимодействия, я говорю, мне кажется, что тут никоим образом его не приписать ни к одному, ни к другому. Почему вы сразу скатились в такие... Ну, я скатился к конкретике, да. Нет, хорошо, конкретика, если... Дело просто в том же, я уже так много раз уже немножко выкатываю. Классический философ, то, что вы сейчас говорите, это разговор классической философии. Там. Mm-hmm. Кант постоянно этим разговором занимается, Платон даже этим. А почему не понять это вот как Хайдеггер понимает? Да, вот есть передний план мира и задний одновременно. Передний план это вот материальный план, да, там или вещи, сущие, да. А задний план смысл. Не происходит, а закон существует прямо в мире, в том смысле, в каком смысле смыслы существуют вещи. Вот. Передний план, если его нарисовать, вот сущие, они как-то вот существуют, вот, они как-то связаны вот каким-то образом. Но мы, вот эти вот связи, как они существуют, связи сущих, вот они существуют тем способом, что они как смысл существуют. Но только есть разница между тем, как эти смыслы мы воспринимаем, и как смыслы на самом деле существуют. Ну ладно, хорошо, давайте как бы с электронами оставим ситуацию. Вернемся к нашей классической ситуации. Субъекта, объектного... этого восприятия. Вот есть субъект, есть восприятие объекта, и это интенция несчастная. Ну, так вот, вспомним наш разговор про сознание, про то, что там сознание является там пространством соотнесенности. Значит, что мы тут имеем? Мы имеем как бы здесь субъект как причину отношения к объекту, вот, именно это имманентно. И в то же время мы имеем структуру соотнесения. Так вот, как бы вся эта ситуация восприятия возможна, когда в основании ее лежит как бы, вот эта вот онтологическая структура соотнесенности. Когда соотнесенность вообще возможна, когда что-то может соотноситься с другим. Вот это я называю трансцендентальной причиной. Почему я, собственно, ушел? Трансцендентно. То есть, допустим, мир должен быть устроен так, чтобы соотнесенность была возможна. Ни субъект не является в этом плане, это не является свойством субъекта, да? Что он может с чем-то соотноситься. Это не является свойством объекта, что с ним могут соотнестись. Это является чем-то внешним по отношению к каждому из этих действующих лиц. Это является как бы вот такой онтологической структурой. Что, допустим, субъект может встретиться с объектом. Они могут соотнестись. Да. Но мы же говорили о том, что это и есть сознание. Это и есть сознание, совершенно верно. Вот я и говорю, что это и сознание в этом плане, да, выступает вот... Именно как... Не получается тогда, что трансцендентальная причина вообще одна? Да, может быть. Просто сознание, к этому я, естественно, и веду. Ну, у Хайдеггера это бытие, понимаешь? Да. Вот.
Да. Другое дело, что если как бы бытие может быть разным, и могут быть разные структуры именно, есть структура соотнесенности, а есть структура точки. Вот. Я вообще говоря, домыслил, если говорить о том, что, что бытие и, су, это, и сущее различает именно сознание. Ну, мы с тобой об этом говорили уже, да? И я понял, на самом деле, мне хватает, что различие... вот есть постоянно вот такое некое, некое вот, двоящееся различие между объектом и предметом. Мы говорим, например, предмет философии. Мы же не говорим объект философии. Мы говорим, например, предмет математики. Там, да? Или, допустим, мы говорим, допустим, предмет восприятия. Можно сказать объект восприятия, но в некотором смысле вот есть такое желание различить объект и предмет. И вот предметом называется, когда со стороны объекта, когда со стороны субъекта, как бы, ну, допустим, лучше говорить способность, вот, когда способность направляет свои, свои, выхватывает нечто, что только соответствует этой способности. Вот то, что она выхватила, это называется предмет. Да? А вот... А объектом как раз называется нечто, как бы, вот, что сознание различает, отличает от всякого рода предметности. Вот то, что мы отличаем сущее от бытия, да? То, что как бы сознание постоянно как бы, вот, хочет говорить об объектах. Объект есть нечто синтетическое. Оно, с одной стороны, во-первых, отличается от предмета, во-вторых, оно является синтетическим, потому что вот это вот бытие, или лучше, или может быть объект, да, оно состоит. Ну, к нему одно, сознание к нему относит не только, допустим, чувственные характеристики, да, но и характеристики мышления, характеристики воображения и так далее. То есть вот этот объект, вот у нас же ведь всегда так получается, что мы всегда говорим о мышлении, как будто мышление направлено на некие объекты мира, да, как будто бы там вот есть объект мира, и как будто бы оно исследуется многообразными способностями. Так вот, и об этом как раз следует говорить в том смысле, что на самом деле... Есть некая реальность и способности выхватывать из этой реальности только то, что могут выхватить. Предметы вот эти. Да, предметы. И это соответствует как раз вот к кантовской постановке вопроса, когда он говорит о том, что предмет, что мир должен сообразовываться с нашими способностями познавательными. Да? Как сообразовываться? Вот нам даны в познавательной активности предметы, соответственно, каждой способности свой предмет. Допустим, звуки как предметы. Да. Слуха там и так далее. Да, но вот многообразие вот это кишащее здесь, когда мир разваливается, мы-то в прошлый раз же говорили о том, что по способностям весь мир рассыпается на многообразие. Как она собирается обратно? Вот она обратно собирается как раз сознание, потому что сознание различает сущее и бытие. И она понимает на самом деле, что, что вот эта вот хаотичность, это не просто какая-то произвольная хаотичность, она как-то упорядочена. Вот, вот то, что называется бытие, это вот один из способов, как оно упорядочивается. Есть и другие способы мышления, там уже не бытие, там способ упорядочения, допустим, смысл, да, там, или цель, там, допустим, другие способы упорядочения. Так вот, когда она понимает это бытие, вот, вот, она конструирует, не обязательно даже специально конструирует, так уж получается, что она в каждом бытии конструирует полностью все характеристики, которые относятся к этому бытию, она конструирует в виде объекта. Вот, допустим, вот, вот чайник. Чайник есть сущее, да? И по поводу чайников можно высказать мысли, можно высказать идеи, можно это высказать какие-то представления, можно чувственные данные зафиксировать. Но тем не менее, мы все говорим об одном и том же чайнике. Что удерживает чайник как один? Он не удерживается только мышлением, на самом деле. Он удерживается именно тем, что вот есть такое бытие чайника. Я имею в виду, как про этот конкретный чайник. Так вот, сознание фиксирует, что вот этот конкретный чайник, конкретное бытие. И объектом надо следует называть именно вот это. Некое синтетическое многообразие, в котором объединены и мысли, и чувства, и представления. Все. Все многообразие мира. И только таким образом вообще вот человек другого человека может воспринимать как человек. Потому что иначе бы как, ну, как да, иначе бы конструировать такой бы, объект как человек. Да, да, да. Потому что он конструирует не просто как бы... Чувственные данные. Да. А он добавляет по поводу к ним определенный него. Способ бытия. Да, он говорит, что это не вещь, а человек. Да, именно так. Он целеполагает, точно так же, как и кота, понимаешь? То есть... И когда мы возвращаемся, опять же, я просто это проговорил, чтобы вернуться так вот, к электронам, то электрон точно так же является объектом сознания. Он является объектом, как синтетическим целым, по которой и в чувственных опытах, экспериментах проявляется, и проявляется в некоторых экспериментах, связанных с теоретическими построениями, ну, и да, так далее. Согласен, да. Это некая совокупность целая и смыслов, и чувственных данных. И он является именно объектом. Не просто как бы только... Вот этот объект как бы вот является для нас чем-то вот, то, что мы называем реальным. Для нас реальным является не только то, что чувственно, как, хотим, да. Как говорит классическая философия. Классическая философия говорит о том, что реальным является только чувственное,
И в некотором отношении, после долгого ухода, она утверждает также, что и мысли вроде реальны, но как бы в этом постоянно сомневается, как бы. И тем, она постоянно хочет сделать, а составляет реальное, только воспринимает. Вот если взять Канта, допустим, Кант же отрицает возможность разума это, двигаться внутри себя. Да? То есть разум, как мышление некоторое, да, которое оторвано от реальности, она не может ничего производить. Да? Она не продуктивна, она только регулятивна. Так он отказывает. Почему? Потому что все реальное и все существующее, он видит только восприятие. То есть все, что дано, дано восприятие, а все остальное это только вот наши попытки это все скомбинировать и сконструировать. Так это я к чему говорю? А на самом деле реальным является вот некие объекты, которые вот синтетического характера. Они и сконструированы мышлением, они и сконструированы чувством. То есть они как бы вот... Просто я сейчас еще занимаюсь на самом деле бредом всякого рода отклонений мышления, да. И вот просто из этого просто понятно, что такое болезнь. Болезнь это когда вот это вот конструирование перестает быть адекватным. И когда реальность становится, в общем, бог знает что. То есть когда вот в понятие объект начинает вписываться то, что как бы это не является уже адекватным. Вот в некотором смысле, когда мы говорим идея, есть идея чайника, и мы приписываем чайнику некую идею, то это является адекватным. А если, например, приписать чайнику, например, душу уже, да, там, приписать, что он с тобой разговаривает, да, и уже рассматривать ее как некого субъекта, то уже начинается неадекват. То есть болезнь, на самом деле, она находится рядом. Переход от нормального состояния к болезни не так легко определить. Но она понятна, если мы понимаем объект правильно. Что такое объект? Вот. Ну, что я еще хотел сказать по поводу вот этого внутреннего и внешнего. Как бы это простой разговор, когда действительно мы сами там ограничиваем это пространство внутреннего и внешнего. А если, допустим, вдруг мы захотим, у Канта же есть такие, по-моему, как раз антиномии, касающиеся мира в целом. Да. Вот. Не да. Это первая антиномия. Первая антиномия. Потому что, а вот возьмем мы мир в целом. И если мы взяли мир в целом, как бы по логике вещи, мы же взяли его в целом, ничего внешнего по отношению к нему быть не должно. Но он же весь, как бы, во всей тотальности взят. И в то же время, мы обнаруживаем, что мыслить как бы вот эти вот, вот эту трансцендентную причину как внутреннюю у нас не получается. Мы все равно как бы к этому миру в целом все время относимся внешним образом. Даже когда просто говорим о нем, как о мире в целом, мы все время относимся к нему внешним образом. Ну вот если мы нарисуем мир в целом, то это будет означать, что в ней ничего нет, правильно? Это мир. На самом деле, я об этом тоже хотел сказать. Это немножко неправильное это способ обсуждать этот момент, потому что это различие хорошо ухватила математика. Что такое, как бы, с точки зрения математики, может быть двоякая интерпретация. То есть множество может быть открытым или замкнутым. Вот. Так лучше говорить. Не про то, что оно как бы ограничено. То есть вопрос, конечно, идет о границе. Если граница принадлежит как бы миру, граница принадлежит миру, то вот он как бы замкнулся, и в ней его ничего нет. Но вот, допустим, мы начертили такой круг и исключили из него границу. Просто вот как бы эти граничные точки, чисто геометрически, исключили. И это множество становится, да, автоматически открытым. Что это значит? Это значит, что мы... можем как бы к этой границе сколь угодно приближаться, но никогда ее не достигнем. Вот. При этом парадокс состоит в том, что существуют как бы открытые конечные множества. Да, вот оно как бы конечное. Вот оно здесь нарисовано, оно маленькое, оно конечное, оно открыто. И в то же время можно создать бесконечное, но замкнутое. А именно, допустим, вот мы взяли там ту же самую плоскость бесконечную. Двумерную бесконечную плоскость. Она открыта. Мы можем как бы двигаться к ее границе, но никогда ее не достигнем. Вот. Но замыкание происходит следующим образом. Вводят одну точку, бесконечность. Вот. Ну, на этой плоскости обычно как бы это делают, когда плоскость эту рассматривают комплексной, в комплексном вычислении. Мнимая ось и действительно. Вводят одну точку, бесконечность, которая является границей по любому направлению. И замыкают тем самым. И вот эта бесконечная плоскость превращается в сферу бесконечного радиуса. Вот она так раз и завернулась. Сфера бесконечного радиуса. И она уже, эта сфера бесконечного радиуса, она по-прежнему бесконечна. Вот. Но при этом она замкнута. Вот. Ну, как бы,
мы, конечно, когда ее представляем себе, мы опять же вкладываем ее в трехмерный мир, вот, и у нее есть что-то снаружи, что-то вне, вот, но это вопрос представления. Более того, математика как бы тоже озабочена была этим моментом. Когда она занималась вот построением этой теории многообразий, вот, всех вот этих вот разнообразных, для нее очень важно было все эти свои теоремы доказывать так, чтобы не вкладывать пространство меньшей размерности в какое-то пространство большее, чтобы, так сказать, отвязаться от этого. Ну, допустим, мы говорим о каком-то, о какой-то искривленной поверхности. Конечно, когда мы представляем себе эту искривленную поверхность, мы ее представляем себе внутри как бы объемлющего пространства. Допустим, как бы какую-то искривленную плоскость, да, какое-то там одеяло, мы представляем в трехмерном пространстве. Но математический факт состоит в том, что можно ее описать вместе со всеми ее искривлениями, сделав эти искривления имманентными свойствами этой поверхности, там такие коэффициенты кривизны, там символы Кристофеля вводятся, вот, которые являются имманентными свойствами поверхности, и уже не требуют ее вкладывания в объемлющее пространство. И на основании этих символов мы работаем как бы в этой поверхности, и ничего вне нее нет. Это просто как бы пространство такой-то размерности с такими-то внутренними свойствами. Ну, вот. То есть они как бы избавлялись от вот этого вот постоянного вкладывания во что-то внешнее. Вот. С другой стороны, вот это замыкание, да, допустим, плоскости... Потому что если мне ничего нет, а мы рисуем это, да, то это же парадокс. Это парадокс, да. Вот. То есть, опять же, тут надо понять, это парадокс как бы представления нашего, да? То, что мы таким образом... Но это же то же самое, что введение вещей в себе. Вот как вещи в себе? Почему парадоксально? Да. Потому что они точно так же как бы и нет, и есть одновременно. Понимаешь, они есть, когда мы рисуем, как пытаемся объяснить, что такое явление, и их нету, как бы, потому что они не даны никак. Вот. Ну, в общем... И поэтому от вещей себе точно так же надо избавиться, как вот часто объяснил в математике. Точно так же от вещей себе философия надо избавиться. Не должно быть таких никаких внешних вещей в себе, которые, собственно, как бы вне мира находятся. С одной стороны, да. Вот, с другой стороны... Должно быть все имманентно, изнутри вот объяснено. С другой стороны, вся эта наша ситуация сознания, допустим, вот это внимание, о котором мы говорили, наша внешняя отнесенность к миру, она, условно говоря, создает такой постоянный трансцендентальный сквозняк. Мы не можем, так сказать, все описать полной имманентностью. Мы всегда, как бы, всегда остается какая-то вот эта вот... трансцендентальная там щель, через которую сквозит. Всегда у нас эта идея вновь приходит и приходит. И мне кажется, именно потому, что мы сами вот таким образом как бы отнесены к миру. Внешним образом. Вот этот вот субъект внимания, он внешний по отношению к миру. То есть мы всегда вот видим эту границу, и всегда, когда, даже если ее мыслим, все равно всегда мыслим как... Ну, скажем так, если говорить про эту границу, да, то вот есть как бы мир, вот он бесконечный, вот. Эта граница, это обычно граница нашего внимания, а это остальное становится фоном, вот. Но при этом мы внешние в другом смысле, нежели фон внешний по отношению вот этой границе. Мы внешне кардинальным образом. Мы внешне просто по своему отношению, да. Вот это и есть как бы структура соотнесенности. Структура соотнесенности тотальности... С этим свидетелем. Но или тогда, когда ты говоришь про структуру соотнесенности, это еще более крутая. Она действительно одна, и она и другой быть не может. Есть некая одна только с позицией как бы внешности, и никакой никогда не будет. Она ведь ее даже зафиксировать ее нельзя. Да. То есть даже если ты сейчас так ее рисуешь, то тем не менее мы опять находимся вовне. Даже этого рисунка. Каждый раз. Вот есть некая фундаментальная внешность, да, которая никак не может быть редуцирована никакой вот... Согласен. Имманентная внешность. Даже разговаривая про нее, но с другой стороны, мы эту внешность можем проживать, как бы она опытна. Вот. Но именно об этом, мне кажется, как раз Хайдеггер говорил, когда говорил о том, что вот это ничто ничтоже, да, и как вообще ничто. Да. Оно именно не такое ничто, которое вот здесь вот вовне нарисовали, написали, ничто. Да. Которое как бы является... Вот как представьте себе, да, вот это лежит в той же плоскости, что и сущее. Да. Вот сущее, как бы сущее, вот оно кончилось, а рядом ничто. Да. Вот. Нет. Оно как раз такое ничто, вот как ты рисуешь, как некое место, да, вот некое внешнее, да, всему сущему. Вот есть сущее, мир, все это сущее. Да. И вот как бы вот есть некое место, да, куда как бы вступить-то нельзя, но не место в смысле сущего, а вот некая внешность, да, вот. И только можно сказать, что оно ничто. Потому что оно всегда ничто. А то, что оно ничтожит, говорит о том, что это относится к нам, к нашей как-то активности.
То есть ничто ничтожит, это не просто как бы разговор о том, что там есть какое-то ничто, среди прочего сущего, которое там активно пакостит. Да. А это просто на самом деле это попытка описать, в чем состоит вот эта вот внешность. Некая активность, которая всегда во мне, вот как ты говоришь, соотнесется. Да. Мы когда-то давно-давно начинали с этого, что сознание есть соотнесется. Да. И потом мы просто пришли к некой пространственности, как бы и в этой двигались. А вообще говоря, изначально она всегда соотнесенность. Вот эта соотнесенность — это самая главная характеристика. Потому что пространственность — это уже просто способ, как она вот разворачивается. Потому что соотнесенность — это способ, каким вообще для нас все развернуто. Да. Почему вообще есть как бы множество, почему вообще есть многое, почему вообще вот как вот мы так соотнесены, почему вообще это... Потому что вот мы как бы... Есть пространство, да, настоящее. Здесь-то тоже есть соотнесенность, да? Да. Но она как бы внутри. И всякий раз, когда мы о ней мыслим, мы мыслим вот именно так. И всякий раз, когда мы ее наблюдаем, мы наблюдаем ее именно так. То есть мы наблюдаем драку, допустим. Вот, мы наблюдаем. Вот. И в то же время, парадокс наш, да, в чем сложность для нас, как философа, писать реально человека, да? В том, что он же действует-то все-таки и здесь. По крайней мере, он понимает себя как субъекта действия. Он действует. Когда он действует, он всегда действует здесь. Вот. Но при этом как бы восприятие мира, да, отношение к миру, оно проистекает отсюда. Это еще самое интересное, что отсюда понятно, как выглядит структура Бога. Ну, то есть абсолютно. Да, Бог-то, вот он отсюда. Да, он просто... же не здесь, он же не является причиной. Почему мы понимаем вообще, что Бог может из ничто создать мир, и почему для нас это не все как бы парадоксальности логического, да, как бы этого описания, что как бы что все равно нам это понятно. Да, потому что да. Мы на самом деле в этой структуре. Именно так. И, ну, то есть, и структура отношения Бога и мира повторяет структуру отношения нас и мира. Причем буквально, если, допустим, вот я обращаю на что-то внимание, да, конечно, оно могло быть до меня, так сказать, и без меня быть, да, но. Когда я обращаю на него внимание, отчасти, да, я как бы ему даю быть, по крайней мере, так сказать, для меня. Это и называется актуализирующий. Да, я его актуализирую. А Бог, он не просто актуализирует, он как бы творит. Вот, да. Разница только в этом. Разница-то это Бог, что Бог как бы творит, то есть его актуальность и потенциальность одновременно. Да, а мы как бы, у нас есть некий фон, что потенциальный, есть актуализация. Да. И актуализация возникает как бы с потенциального фона, которого потенциальный фон вступает вот, в некий фокус, да, и в этом фокусе актуализируется для нас. Да. То есть мы не творим мир, мы просто его актуализируем. Но когда мы эту структуру, как бы это, в этой структуре описываем Бога, то Бог, он является постоянной вечной актуальностью, для него вообще потенциальности нет. Или лучше говорить, потенциальность и актуальность для него это одно и то же. Ну, у него может просто как бы бесконечно, да, у него, так сказать, фокус просто раздвинут. Фокус держит весь мир. Да. Весь бесконечный, опять же, как бы мир. Ну и отсюда как бы следует, что структура понимания Бога и структура понимания нас самих, даже если мы это не различаем, она просто одна и та же. Да. И она проявляется не только в этом примере, она проявляется на многих примерах. Это вообще как бы так устроен мир. Что способ, каким мы понимаем мир, это есть способ, каким мы сами устроим. Просто, допустим, все наши вот эти телесные какие-то действия, там соки побежали, там, не знаю, боль какая-то там. Ну или еще что-то. Ну то, что мы говорили про тело как субъект. Да? Опять же, тело как субъект, оно действует как субъект вот этот имманентный, как имманентная причина. Нет, внутри мира. Она еще и понималась, как субъект актов. Она да, и понималась, как имманентная причина. Вот субъекты актов, вот они все здесь. Я вот как раз хотел как бы для субъектов правильно наименовать. То есть вот субъекты актов — это имманентные причины. Более того, они могут схлопнуться, действительно. Правильно ты говорил, да, что можно как бы не отличать действия от причины. Может быть это чисто лингвистическая игра. Да, я хотел сказать. Как молния сверкает, понимаешь? Да. Мы просто различаем субъекты, различаем и действия. Может быть это просто действие, в котором вот это различие существенно. Но я хотел сказать, что это верно ведь только для этого. Да. Получается, для этих субъектов, понимаешь? А можем ли мы так как бы не различать? Не, ну, наверное, мы можем не различать внимание и как бы и субъекта внимания, мы не знаем уже, что здесь. Вот. Но тем не менее, как-то здесь ситуация какая-то другая. А я вот как раз предлагал именно так тоже и здесь не различать. И здесь, может быть, не различать. Потому что здесь я предлагал различать как бы то, что само пространство различает вот две точки. Угу. И вот само это различие и есть как бы вот свидетельство. То есть ты говорил о соотнесенности, и я и говорил, что вот и эта соотнесенность можно... Ну, понятное дело, что она это специфическая соотнесенность, да, но не надо вводить нового субъекта, а все соотнесенности понимать как соотнесенности внутри пространства.
есть некая внешность, да, и эта внешность просто она никак, ее никак невозможно это ввести в контекст. Она просто помнит, что она есть, и все. И все, а все остальное различается тем способом, кстати, что... Кстати, к этому разговору, там молния сверкает, я хотел там привести контрпример, что это неудачный, не самый удачный. Потому что что такое молния сверкает, да? Если как говорить так серьезно. Ну, гром гремит. Потому что молния — это электрический разряд, а сверкание — это свет. Вот в чем дело. Электрический разряд — молния. Вот есть, нет, если мы молнию, имеется, конечно, понимаем в виду... Вот именно, имеется в виду, что да, есть некий феномен. То есть в этом феномене нельзя различить, это как бы некого индифферентного субъекта, который действует. Можно не различать. А наука как раз, да, то есть наука, она, это языковая закономерность, она гораздо глубже даже, чем закономерность, так сказать, языка. Это просто вот та самая установка, как бы рационализм, про который говорит Хайдеггер, там положение об основании. Всему нужно доставить основание, различить, понимаешь, создать субъект этого. Всему нужно вот эту вот имманентную причину, да, но не в смысле как бы основания как раз. Он как раз все эти лекции говорит о том, что наука занимается тем, что доставляет вот эти, как я называю их, имманентные причины. Она причиной, так сказать, одного сущего ставит другое, причиной другого сущего ставит третье и так далее. Вот, допустим, молния, которая является фактически сверканием, да, мы должны поставить ему причину. Вот. Какую причину? Мы говорим, а на самом деле это электрический разряд, который проходит сквозь газ, вот, и создает там вот как вот эти фотоны, там этот свет, который летит. Вот. Газовый разряд. Вот как бы, и у нас возник газовый разряд, как субъект уже, понимаешь, и сверкание уже как бы отдельно, как действие, которое он породил. Мы как бы раздвоили. Можно и дальше. Правильно, вот. И поэтому я как бы тоже предлагаю, когда мы говорим о сознании, чтобы постоянно не путаться, говорить, что сознание сознает. Сознание сознает и тем самым удваивает. Угу. Намеренно. Намеренно удваивает сознание. Один раз говорит о нем как о причине или как о субъекте, а другой раз говорит как о действии этого субъекта. Хотя на самом деле понимать под этим просто феномен сознания как таковой. Просто феномен он один, но поскольку язык нас принуждает один раз этот феномен повторить как... Хотя я согласен с тобой, что действительно можно пытаться и различать. Вот что я еще хотел сказать, что, понимаешь, классическая философия, ты называешь феномен сознания. Вот феномен-то он вот здесь, понимаешь? А нам нужно вот эту структуру разбирать. То есть феномены, вот они внутри мира. Вот они вот здесь. Все эти соотнесенности. Неудачное слово феномен. А я вот не уверен в этом, понимаешь? То есть феномен — это то, на что можно опять же посмотреть. А если это сам способ смотрения, понимаешь? Вот допустим, как... И как его назвать? Да. Хорошо, я согласен, допустим, что есть некая терминологическая, как бы вот такая некорректность, да, вроде как. А как его обозвать? Понимаешь, не хотелось бы говорить об идее, опять же, потому что речь идет о реальности. Структура достаточно нейтральное слово, мне кажется. Вот. Тем более, что здесь структура именно. Вот. Но, потому что и здесь внутри тоже структура. Здесь тоже структура, да. Поэтому и структуру слова задать. Надо тогда брать какую-то... Не, ну и здесь структура, но это все общая структура, понимаешь? Сейчас мы его... Ну, недаром этот ходил, придумал слово «дозать», которое как бы непонятно. Как он сказал «дозать», и сразу стало все ясно. Понимаешь? И ничего одновременно, да. Да. Как бы, может быть, придумать такое же слово, которое как бы... Которое бы говорил. Просто как бы, как вот нельзя сказать, допустим, феномен бытия, понимаешь? То есть, не выступает бытие в качестве феномена, для нашего существования. Тут еще, на самом деле, вопрос-то важный такой, а как возникает бессознательное? Вот здесь? Как оно действует? Ну... Не, ну понятно, что проявляется оно здесь, следы. Вот следы бессознательного мы вот наблюдаем вообще любые феномены, да, мы как бы любые симптомы мы наблюдаем здесь. А само-то оно. Я предлагаю так, вот как вот. Оно же тоже как бы во вся мне. Вот эта плоскость, да, она вот здесь вот просто действует, вне внимания нашего. Вот оно. Оно здесь. Оно действует здесь. Здесь как бы куча разных, точно так же, как люди там ходят сейчас. Вот, куча разных активностей происходит. Просто оно вне поля нашего внимания. Осознавание, да, осознание, там, выведение в план сознания означает приведение как бы вот в поле внимания. Тогда разговор следующий, я согласен. Приведение в поле внимания. А вот поле внимания — это вот какое-то поле, а вот есть как бы поле этого. Фон. Ну, оно как бы вот как раз не ограничено уже, да, оно туда фон уходит, так сказать. Так вот я хотел сказать, а что сознание называется? Только поле внимания или фон? Потому что ты сейчас свел все сознание, свел внимание.
Да, у меня такое было во время от времени, как бы желание редуцировать. Просто тут в чем проблема? Тогда вот этого получается, как бы вот каким образом оно здесь существует, надо объяснить. Нет, ну вообще говоря, наверное, тогда. Нет, дело в том, что оно ведь существует, ты внимания не обращаешь. Согласен, да, да. А что-то ведь звуки какие-то, это, и перцепции-то они есть. Вот помнишь, я говорил о перцепции? А перцепции вот они, вот здесь о перцепции. А вот здесь перцепции. Да, перцепции ведь тоже есть. Они есть, да. Согласен. Хорошо. Структура. Нет, там еще дальше что-то есть, как бы уже что не видно, уже там где-то непонятно, где-то в Америке что-то происходит. Это, об этом мы уже не говорим, в принципе. Mm-hmm. Хотя это тоже, это дальше, эта же сфера, вот она вот движется, движется и движется. И вот есть уже как бы сфера, тут мы нарисовали сферу мира, мы теперь не в сфере мира находимся, а в сфере, в сфере сознания. Да, вот есть сфера, сфера внимания, вот это внимание, да, вот это фон, как бы, потому что она перцепция есть, а сознание здесь. Я думаю, что. Осознавания нету. Сознание есть, вот я как говорю, сознание есть, а осознавания нет. Наверное, так хорошо, да. Потому что фактически поле внимания переместилось, и то есть все поле вот это является. Да, оно является все однородным. Да, да, да. Тут нет перехода такого. В любой момент. Это граница не является границей, которая как бы определяется вот внутренними какими-то свойствами этого поля. Вот так можно. Так это граница интенсивности вообще. Просто здесь внимание больше, а здесь меньше. Да, и с точки зрения внимания это граница. А здесь меньше, здесь меньше. Хотя оно тоже есть. Не, ну главное, что как бы вот эта интенсивность, она приходит отсюда. Его нельзя как бы определить, исходя из каких-то, ну, по крайней мере, по этой картинке, если судить, исходя из внутренних свойств каких-то вот этого плана. Не так, что там в этом плане всегда можно сказать, что вот это вот является сознанием, вот это бессознательным, там, вот это осознанным, вот это фоном. На самом деле, то, что все, что ты рисовал, да, как бы, я полностью с этой структурой согласен. Единственное, что я просто. Вот ты тут сакцентировался на внешности, а я всегда рисовал это таким образом. Вот есть пространство сознания, вот есть фон. То есть есть этот фокус, да? Фокус, да. И есть периферия. Вот то, что ты сейчас рисуешь, это разговор про фокус. Просто я никогда разговор отдельно не вел. А вообще, когда сознание, вот оно, вот сфера сознания. Да, она вся, да, согласен. Сознание. Вот она такая. Я не против, да. И она на самом деле, сфера сознания, как бы отдельного индивида, если можно так говорить, да, как бы вот. Вот тут вот как раз в фокусе где-то вот и находится вот это вот, как бы извне рисовать, вот так как бы вот он идет откуда-то, да? Просто мне не нравится здесь слово сознание, да, потому что как раз вот я все настаиваю на том, что сознание включает в себя вот эту как бы отнесенность к внешнему. То есть это вот как раз такая структура, и оно не сводится просто к пространству. Это как бы пространство мира или сфера мира, да? Вот это вот как бы мир. А только если мы как бы вспомним про то, что есть вот эта внешность по отношению к нему, мы получаем именно структуру сознания. Вот. Так вот, дальше как бы интересные ведь вещи происходят. Когда Гегель начинает заниматься своим этим. Я, правда, как Гегель это не перечитывал на этот предмет, но я подозреваю, как он решает все эти антиномии кантовские. Берет как бы тотальность всякую и говорит, что она одновременно является как бы и. Вот если тотальность является причиной самой себя, допустим, мир в целом куда-то движется, как там какие механицисты в свое время рассуждали, да, там. Вот мир в целом как-то, так сказать, он для себя является внешней причиной или внутренней? То есть для каждой, допустим, вещи, для каждой отдельной вещи внутри этого мира механического, ну, допустим, шариков, мир в целом, конечно, является внешней причиной. Вот. Но для себя самого это как бы возникает такой парадокс, да? Парадокс, связанный с тем, что а можно ли вообще говорить о, так сказать, мире в целом? Вот. Но тем не менее, я так понимаю, что о тотальности такой Гегель говорит, вот, и как раз таки говорит в том ключе, что раз как бы нельзя сказать и того, и другого, она одновременно и внутренняя причина, и внешняя. И, конечно, это тот результат, к которому мы бы хотели прийти, чтобы понять человека, потому что мы опять же все похоже. Похоже вот на предел. Предел можно извне вот так вот устроить, да, предел. Ну как бы если взять сферу большего диаметра и предел, а можно изнутри предел. Сферу меньшего диаметра берем, и как бы вот, и вот эта вот точка, ее можем, как бы вот она как бы раздвоится, да? Как бы на внешний предел и на внутренний. Она как бы раздвоится. И вот ты хочешь сказать, что Гегель просто как бы вот эту точку, вот этот внешний, да, предел, как бы причина внешняя, причина внутренняя, она просто сошлась здесь.
Ну, да. Для того, чтобы не было никаких таких вещей, как вещи в себе, он... или чтобы Бог не был какой-нибудь такой трансцендентный. То есть, он, да. На границе все сошлось. То есть мир как бы сам на себя наложился, и как ты как говоришь, это вот из бесконечности вот возникла точка бесконечности. Как раз и все, да. Как бы я замыкание, да. Именно так. То есть, если, допустим, мы забыли сейчас про эту ситуацию внимания, там и так далее, а говори просто, так сказать, о тотальности мира. Чисто метафизический разговор, конечно. Вот. Замыкание через бесконечность. Да, да. Он же как раз говорит, что надо, так сказать. Бесконечность дополнить конечностью, конечность дополнить бесконечностью, тогда мы получим настоящую бесконечность. И вот почему там... ты не хочешь даже судьбу вот это я замкнуть, как бы? Да можно было бы, как бы. Только через мы получим Гегеля, и мне кажется, что это такой как бы метафизическая уловка. Вот. Что вообще весь этот разговор про тотальность, как причину самой себя, не, ну, понимаешь, так, допустим, вот на таком пути, да, на таком пути, забыли сейчас про я, вот, получается пантеизм, да? Как получается он пантеизм? Ну, вообще весь мир в целом, вообще ты могу не сказать, пантеизм, что... а этот, как вот, деизм или как? Когда мир является Богом. Пантеизм. Ну, природа там, точнее, пантеизм. А там, ну, или пантеизм, хорошо. Суть вопроса в чем состоит? На самом деле и Шеллинг, и Гегель являются пантеистами. Просто разница состоит в том, что они считали, что субстанция является не только как бы объектом, но и субъектом. Ну вот об этом и речь. Да, они только то это есть... добавили. А так на самом деле все это они фактически признают все, что сделал это Спиноза, они считают, что это опять же, просто опять же, половина. Субъектом в каком смысле, да? То, что она является субъектом, как бы, так сказать, вот здесь таким маленьким внутренним, это и так было понятно, да? То есть там камень можно считать субъектом там действия на другой камень. А вот то, что она является именно этим субъектом, что она является причиной. Не в смысле внутренней причины, то есть, ну, опять же, да, причины действия, а причиной условием существования. То есть она сама себе дает бытие. Смотри, вот у нас... Что такое субстанция, да? Вот. Это как раз кауза суе, правильно? Ну смотри, у нас как бы уже всегда есть два движения. Вот, есть два движения. Вот это, да, вот да. Это активность, это пассивность. Тут принятие или воспринятие, принятие, да? Угу. А здесь как бы у нас активность или формообразование. На основании этой схемы, как ты рисуешь, что как бы мы когда воспринимаем объект, да, мы свои формы как бы проецируем на мир, а потом их уже воспринимаем, принимаем обратно. Mm-hmm. То есть на самом деле твой различный субъект это вот это действенная причина, вот это действенная причина, вот она активно направлена. А вот это вот как раз та причина, вот это субъекта, вот она. Нет. Нет? Нет. Как раз вот вторая причина, вот это другая, это причина, которая, еще раз напомню, условия возможности. Существование вообще вот такого рода отношений. То есть вот с этим нельзя путать. Нельзя. Вот что такое субстанция как раз у этого, у Спинозы, да, и дальше у всех. Субстанция это causa sui, причина самой себя. Но причина самой себя в том плане, что она не просто является причиной, ну, допустим, вот ты, допустим, действуешь, да, и являешься причиной того, каким ты становишься. А ты являешься причиной своего существования. Понимаешь, causa sui. То есть ты даешь себе бытие сам. Вот Бог как бы причина самого себя в том плане, что не что-то дало ему бытие, не что-то его сотворило, не что-то как бы позволяет ему существовать, как он, допустим, позволяет существовать миру, но дает ему бытие, внимание свое, так сказать, на него распространяет и постоянно как бы удерживает свое внимание. Пока удерживает твое внимание, мир есть, как бы перестал удерживать твое внимание, перестал. Вот как бы вот это вот у Хайдеггера вот это вот бытие, которое дается. Вот. И эта трансцендентная причина, она только вот это и делает. Только как бы тому, той определенности сущего, которая как бы может как-то действовать определенным, опять же, образом, ей всего лишь дается вот это бытие. Так вот, causa sui, или субстанция, или как бы вот этот мир в целом, он в этом плане у них является причиной самого себя. Что он не просто является причиной самого себя в смысле определенности, что он вот такой, потому что он такой, а что он существует. То есть опять мы как бы по формальной причине, если не определенность, в смысле формальной причины. Просто определенность, да. Почему мне не понравилась формальная причина? Потому что формальная причина, она подразумевает определенность. Вот как бы вот такая форма или другая форма. Вот. А здесь речь идет, конечно, все-таки не об этом. Не, ну формальная причина можно понять, какие способы. Да, да. Потому что нет, но формальная причина, допустим, можно было сказать, что почему вот
что идея, допустим, этой вещи здесь, и вот она сюда проецируется. Нет, не об этом мы сейчас говорим. Но... Не, ну понятно, что форму-то понимается, форма двояка, да, форма. Угу. Можно форму понимать, как вот как ты говоришь, да, как форма содержания. Угу. Форма содержания. И в этом смысле эта форма на самом деле включена в содержание. Угу. Содержание она просто видится, да, там. А можно понимать как способ. Способ каким-то содержанием существования. Способ существования содержания. Ну да. Ну, как или данность. В самом простом случае тут всего два способа. Либо существует, либо нет. Вот. Ну вот, например, как мы говорили о том, что объект может быть дан чувственным образом, а может быть дан, допустим, там, как мысль. Ну, способы. Это способ. Иначе говоря, способность есть то, каким способом что-то дается. Не просто, но разговор о внешнем субъекте немножко... Я понимаю. С точки зрения того, что... Не метафизику скатываемся. Я это понимаю. Я просто изначально проговорил, что нам нужно все это проговорить, чтобы иметь в виду, что как бы там в классическом бэкграунде присутствует. Может, это все... Не, в классическом все именно так, как ты рисуешь. Просто вот этот вот субъект, которого ты нарисовал, он там сначала он является единичным, да, потом как бы... Единичность убирается, он становится всеобщим субъектом, угу. А потом всеобщий субъект без всяких прыжков нет. Переходит в абсолютное. Нет, это фактически, даже я бы сказал, изначально трансцендентальный субъект. Я понимаю. Он есть трансцендентальный. Да, 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 я понимаю. Вот. Только Гегель, как бы, да, что он может сделать? Он, вот, говоря про эту причину саму себя, про каузу сую, про субстанцию, вот, он может сделать так, чтобы как бы весь мир в целом сам на себя смотрел. Понимаешь, чтобы весь мир сам на себя был обращен, чтобы он как бы сам с собой соотносился. Чтобы эта соотнесенность была как бы замкнута. Но не внутри одна вещь соотносится с другой. Точнее, как бы, как раз вот так у него и будет. Да, у него каждая всякая эта соотнесенность внутренняя, она будет на основании того, что весь мир в целом соотносится сам с собой. Так я так тоже хотел. Потом считаю, что это и есть гигантский проект, я так вот... Безусловно. Не, ну я, собственно, так и хотел. Я не хотел, чтобы не было никакого внешнего я, да, а да. Именно чтобы... Это и есть чисто гигантский проект. Так в этом и состоял весь проект, чтобы сознание было именно вот не сознание, как вот субъект-объектное различие надо снять. Да. И оно должно было быть снято только тем способом, что возникает вот такое представление о сознании, где, как бы, как ты говоришь, все свидетельствуется только благодаря тому, что есть вот различие внутри сознания. Не так, как вот сейчас ты рисуешь, что вот ты вот в некотором смысле вот это субъект-объектное различие все равно сохранил. Только теперь получилось так, что некоторое внешнее я, как бы субъект, которого просто не устранить никогда. Не, ну почему он внешний? Он тут же может. Его почему-то вот так вот, вот так вот нельзя захватить, понимаешь? Да, да, его нельзя. Да. Он как бы он. Этого можно устранить. Здесь приписать другой субъект, он станет объектом. Нет, самое интересное, что вот это... А этого? А это кантовский разговор. Потому что как-то да, я да, является да. как раз... Вот оно так. Кантовский разговор, где у него субъект является вещью в себе, и он просто не охватывает. Вот почему он вещь в себе? Вот потому вот что... Вот он не охватывает. А у Гегеля, да, я так и тоже хотел замкнуть сферу. Я так... Да. Вот в некотором смысле вот это движение, да, только вот без всеобщего субъекта, отбросить да, вот этих да, два субъекта. Да. И этот субъект, то он опять как бы вот схлопнется. Не, ну просто если вся эта тотальность как бы будет обращена на саму себя, вот так, будет самой собой соотноситься. А каким образом? А таким образом, что каждая вещь как бы будет соотноситься с другой вещью. Что вот внутри как бы будут вот эти вот соотнесенности. В чем их состоит «за»? «За» состоит в том, что вот у нас есть понятие «живой субъект», да, вот, как бы не редуцируемый ни к какому понятию. Ни всеобщности, даже ни единичности, нет, не важно. Ты живой субъект, это каждый из нас, и вот он на самом деле ни к чему не может быть редуцирован в принципе. Вот это не некая реальность, да, вот реальность, такая реальность как субъект, да, и вот о нем только можно единственное сказать, что он есть, как бытие, вот как мы говорим, допустим, вот чай. Да, да. И можешь сколько угодно пытаться редуцировать к понятиям, к описаниям, там, всякого рода дескрипции, да, там, вообще-то к науке об этом чайнике, но тем не менее этот чайник, вот как он есть, вот его бытие, он вот есть и все, и это бытие ни к чему не редуцирует. Точно так же и я. Вот оно как живое, да, вот это живое я, угу. Его никак не, как вот живое бытие лучше писать, да, бытие, да. Субъекта, его никак не редуцировать. А я-то хотел, как бы, да, именно двигаясь в науке, да, как бы в некотором отношении, все-таки его редуцировать так, чтобы на самом деле, на самом деле сознание даже... стало... Да, да, я понимаю. Всеобщим субъектом, чтобы сказать, что сознание, сказать, что всеобщим субъектом было одно и то же. Смотри, какой парадокс здесь присутствует. Кажется, что когда мы рисуем здесь вот это я,
мы говорим как-то внешним образом. Потому что, ну, как бы нарисовали, что-то пририсовали внешним образом. Но в то же время, оказывается, наоборот, если мы скажем, как Гегель, что на самом деле вот это я, это вот этот вот субъект, и вот он отнесен ко всему этому, так сказать, это внешность по отношению к какой-то внутренности, внутри, имманентность. Вот. Но на эту-то позицию, вот когда он говорит так, он все равно стоит на позиции внешней, понимаешь? Он стоит на этой самой позиции мы. И эта позиция мы все равно вот здесь. То есть он как бы туда забрался, и причем вот таким образом мы можем со стороны посмотреть, но таким образом мы со стороны смотрим на другого человека, но никогда не сами смотрим так. Вот в чем дело. Вот есть такой, это как бы, тут на самом деле что важно, что вот философия, несмотря на то, что классическая философия является некоторым... Мертвой? Нет, некоторым как бы вроде внутренне, ну, самосогласованным явлением, да, там, она потому что... У них она работает в одних и тех же проблемах, более-менее согласованные термины, да, там и так далее. Тем не менее, есть капитальное различие между Кантом и Гегелем, получается. Да. Потому что Кант, что сделал Гегель? Гегель на самом деле субъекта свел к понятию. Вот есть субъект, да. И оно сведено к понятию, субъекту. Он быстро расправился с живым субъектом, который у него был в единичности, да, к понятию субъекта. Как бы на самом деле Кант, у Канта это вот Гегель, да? Угу. На самом деле у Канта тоже есть такое различие. У него есть различие между эмпирическим субъектом, да, и трансцендентальным. Угу. И вот трансцендентальный субъект это тоже есть понятие субъекта, да? Но у него есть колебания. Да нет, ну главное что? Колебания. Для... Потому что если трансцендентальный субъект является понятием, он не может быть это, субъектом, который не познаваем как вещь себе. Вот у него вот это вот колебание присутствует, за что вот Гегель как бы так, и критикует. Так главное, почему как бы Кант оказывается ближе к реальной ситуации, к нашей живой, к живому субъекту? Почему ближе? Не просто там колебание, а потому что он сохранил эту трансцендентальность свою. Да дело в том, что трансцендентальность и общий субъект одно и то же. Так нет, ну как, нет, понимаешь? Вот этот эмпирический субъект, он вещь в себе, понимаешь? Вот это только может быть вещь в себе. А трансцендентальный субъект – это понятие субъекта. Это оно и понятие, но оно в себе сохранило вот это понятие трансцендентальности. То есть это все равно философия, конечно, это все равно размышление, все равно как бы внешний разговор. Оно внешний разговор, который сохранил это, то есть парадоксальное понятие трансцендентальности, и дальше как бы это понятие трансцендентальности философию эту же и убивает. Вот. То есть он сохраняет как бы вот это внешнее отношение в трансцендентальном субъекте, и поэтому у него ничего не получится. Но это след живого, это след нашего живого феноменального опыта, что мы внешним образом, соответственно. Когда Гегель как бы помещает субъекта внутрь имманентности и смотрит какой-то там позиции мы, понимаешь? Все, у него как бы живое, он уже там, это уже другой, он всегда как бы смотрит на кого-то другого. Не, ну субъект Гегель остается, и поэтому Гегель, который... Да, Гегель, вот он развивает свою систему. Мы это Гегель. Да, а эта система, вот есть и Гегель, как бы, да. Гегель. Гегель, да. Вот он строит имманентность, а здесь у него субъект, он как-то там движется. Да. Субъект, объект. Поэтому как бы Гегель... Он говорит, вот там самосознание, но... То есть, на самом деле, нам Кант предлагает постоянно вот здесь держаться, да? Да. И говорит о том, что вот есть такая позиция, которая никак не редуцируемая, которая вот некая нередуцируемая позиция, и надо с нее смотреть. Это есть трансцендентальная позиция. Трансцендентальная, да. Да, позиция. А Гегель говорит, что эта позиция трансцендентальная надо забыть, потому что мы строим знания. Да. И надо, на самом деле, только все в имманентность свести. Да. Имманентность – тотальность. Что прикольно, на самом деле, получается, что и вещи в себе оправданы. Потому что вещь в себе, она просто должна обосновываться не со стороны вещей мира, а со стороны субъекта. Что субъект трансцендентальный. Надо говорить, что такое вещь в себе. Надо вообще вещи в себе надо объяснять это с позиции трансцендентальности субъекта. Субъект является трансцендентальным, и поэтому как бы есть вещь в себе. А не потому, что вещь в себе есть, и субъект стал трансцендентальным. Да. Обратное обоснование. Субъект почему трансцендентальный? Потому что он живой. Да. То есть смотри, как бы, как раньше получалось с вещью в себе, что вот есть как бы субъектик, как он в центре, вокруг него вот такая сфера, и это его мир. И это как, на поверхности этой сферы явление. Да? Явление там. Вот. А за поверхностью вот здесь вот существует эта вещь в себе. Вот. И она как-то там отражается на эту поверхность этой сферы. А вот это все внутри мира. И субъект как бы был трансцендентальный по отношению к внешности, к вот этим вещам в себе. А вот это была имманентность сознания. Тот бульон, в котором плавают эти явления, там, формы и так далее.
А на самом деле, как бы, субъект вот он трансцендентален по отношению ко всему. То есть он как бы вообще пуст. Вся содержательность здесь находится. Вот. Нет, на самом деле я бы сказал более сложная ситуация. Давай как бы эту ситуацию, все-таки эта ситуация, поскольку она на самом деле новая для нас, что мы как-то я вообще заметил, что занимаясь сознанием, постоянно скатываемся к Канту, и поэтому Кант это неизбежный путь. Тут ситуация еще сложна. Вот та сфера, которую ты нарисуешь, ту сферу, да? Вот эта сфера способна, вот это все как бы имманентное здесь. Что такое имманентное? Это все, что связано с познанием, познание, знание. Познание, знание. Все здесь. И вещи в себе как пока рисуем? Вот вещи в себе здесь. Да. Это чтобы объяснить. Я скажу, что именно из этой картины. И мы как бы смотрим через сферу познавательных способностей и видим, как бы вещи в себе, они сами недоступны, но мы. Явление вот здесь устраивает. Да, вот тут явление. Да, вот тут явление. Вот здесь оно. Вот. Вот здесь вот вместе сочленение, мы видим явление. И заметь, Гегель пошел именно от этой картинки. Он просто расширил эту сферу до бесконечности. Или сказал, что как бы ничего внешнего нет. И все. И вот это стал весь мир. А субъект, как бы, вот он там, я это там внутри, как бы в центре стоит, и оно тоже имманентно. Давай сначала Кант разберем, а потом перейдем к Кант. Ну, а я говорю, что эта картинка обычно. Что здесь важно? Важно то, что если. Как вообще это можно нарисовать? Это можно нарисовать только с той позиции, если вещи в себе не даны. Что есть некоторый внешний субъект, вот он здесь. Угу. Который наблюдает, да, вот мы как бы вот он наблюдает вот эту картинку всю. Да, он внешний. Угу. Поскольку он внешний, он различает на самом деле границу и то, что за границей. И он может построить. Он внешний, это трансцендентальная позиция. Трансцендентальная позиция. Не трансцендентная, а трансцендентальная. Угу. И он различает вот это вот как бы трансцендентное, да, это как бы имманентное. Угу. И только благодаря тому, что он находится в трансцендентальной позиции, он может различить трансцендентные имманентные и вообще предположить, что какие-то есть вещи в себе. Да? Что делает, как ты говоришь, правильно Гегель? Он говорит, что он вот здесь вот сидит. А? Гегель говорит. Нет, Гегель говорит, что такое трансцендентальной позиции. Нет. Mm-hmm. То есть, точнее, на самом деле, надо сказать то, что Гегель. Вот это вот как бы, можно сказать, первая рефлексия. Uh-huh. А Гегель делает вторую рефлексию. Он берет этого субъекта и в имманентно сбросает. То есть Гегель на самом деле вот делает что. Вот это наш шарик, вот тут вещи в себе, да? А вот здесь вот тут наш субъект, трансцендентальный. А вот теперь вот так вот это делает. Да. Теперь вот. Это как бы субъект Гегеля. Это Канта, а это Гегеля. То есть вот он что делает. На самом деле он просто делает вторую рефлексию. И вот эту позицию трансцендентального субъекта он как бы вносит внутрь. И все. И теперь он говорит, что вот все, за пределами. Нет. То есть, вот почему он против вещей это спорит? Он говорит, ну, что нет ничего проще, чем знать, что такое вещи в себе. Да, потому что вот они важны в имманентность. Вот это теперь все имманентное является. Да. И трансцендентного теперь нет. Оно как бы есть на самом деле, если вдуматься на самом деле. Ведь что Гегель изменил? Ничего не изменил. Опять же, возникает вот оно. Трансцендентное на самом деле находится-то. Не внутри, не в том здесь. Же плане. Да, оно находится вот здесь. Да. Вот здесь. Вот да, трансцендентное на самом деле здесь, а тут трансцендентное здесь. И трансцендентное никуда не делось. Да. Как оно было здесь, так оно осталось здесь. Чтобы это понять, достаточно просто вспомнить, что это бессознательное тоже трансцендентное, оно всегда вот находится вне имманентного. Вот оно. Только как бы получается, что на самом деле разговор о вещах в себе у Канта все-таки действительно не это. Не, самое это интересное дальше. Теперь если сделать третью рефлексию, четвертую, и всякий раз вот так вот рисовать эти стрелки и уходить туда, то это будет бесконечная редукция. И мы не можем избавиться от этого субъекта никак. И приходится просто предположить, что он есть и все, и остановить ее однажды. Вот. Иначе говоря, вернуться к позиции Канта, поскольку на самом деле от того, что мы ввели сюда трансцендентальный субъект, ничего не изменится. Вернуться к позиции Канта, получается, и рассматривать просто эту позицию таким способом, что вот этот субъект, его просто рисовать даже так нельзя. Как-то вот надо на самом деле понять, как надо это рисовать, потому что вот есть некий живой субъект, который просто невозможно редуцировать. Невозможно его нарисовать, потому что он все равно будет вовне. Всякий раз так рисую, вот этот субъект, он всегда окажется вовне. Вот это бесконечная редукция субъекта. Да, вот именно в этом состоит проблема классической философии, на самом деле. Но она проблема не просто классической философии, а проблема вообще субъекта. Потому что ухватить живого субъекта мы не можем никак.
Мы можем, как бы, мы всегда подразумеваем его, потому что он и это и некий единичный и настоящий субъект. Да, вот как Гегель говорит, что язык не может ухватить единичное я, да, вот это конкретное я, но ухватить не может. Нет, всякий раз она говорит о всяком, о всеобщем. Тут есть еще различия, да, то есть, допустим, если Кант говорит, что от субъекта приходят формы, вот, да, то это тоже не обязательный разговор. Не обязательно, как бы, эти формы, так сказать, должны приходить от субъекта. От него вообще, как бы, ничего, кроме внимания, может не приходить. Он как бы будет чистой внешностью. Просто дело в том, что философия должна рассматривать все возможности. Да? Когда мы говорим о том, как субъект активно участвует в образовании объекта, мы можем говорить о том, что никак эти формы не есть. Ну да. А можем говорить, что все-таки эти формы есть. Понимаешь, что есть. Но этот ли субъект, понимаешь? Этот ли субъект? Да не этот, а вообще просто. Есть некий формы. Я говорю, здесь-то тоже может быть есть субъект, который воздействует, понимаешь, вот, допустим, вещь в себе, и вот здесь вот нарисовали субъекта. Вот он субъект. Вот он действует на вещь в себе, набрасывает на нее свою форму, и получается то, что получается. Не, ну ведь Гегель тоже прав, на самом деле. Вещи в себе, они же нечто имманентное. Раз мы их предполагаем, раз они находятся в сфере нашего внимания, значит, они просто стали имманентными. Да, понятно. Переход, да, отсюда, да, сюда, да, он есть неизбежный переход. Неизбежный, да. Другое дело, что Гегель просто не видит дальше. Он вот эту сферу полностью замыкает, как ты говоришь, и все. А на самом деле эта вот редукция-то все равно остается. Из того, на самом деле, что Гегель свел все к имманентности, он все равно субъект остался вовне. Его опять сюда надо было бы передвинуть, опять замыслить. Вот, да, вот это невозможно. Делез, допустим, да, говорит про какие-то сингулярности. Да? У него же есть там тоже такой разговор. С точки зрения геометрической, как бы это очень удобные для нас вещи. То есть вот как бы вот есть имманентность, да, но она такова, что в ней есть сингулярность. И вот эта сингулярность, она как бы отсылает к какой-то трансцендентности. Короче говоря, есть какая-то неустранимая трансцендентность. Ситуация трансцендентности. И более того, на самом деле, нас начинает разговор с того, что вообще различие трансцендентного и имманентного возможно только потому, что уж что есть. Да, что это и позиция есть. Да, потому что иначе говоря... Иначе бы этого не было, да. То есть, иначе бы мы все бы сказали, что все имманентно, и все. Но постоянно, каждый раз мы уходим за границу. Каждый раз. Понимаешь, вот всякий раз, когда мы полагаем границу, да, всякий раз мы за нее выходим. Не так не происходит так, что мы не можем, в принципе, границу положить. Потому никаким что, образом. Нет, причем, не выйдя за нее границу. Границу мы полагаем все время в этом имманентном плане. Да. Бесконечно. Мы можем, как бы, как Гегель, так сказать, ее расширить до бесконечности, сказать, что вот вся имманентность, так сказать. Ну, поставить точку, да, бесконечную и замкнутую. Да, да, абсолютно, да, это да, и есть эта, да, точка. Да, поставил, да, бесконечную, да, точку. Да, да, да. Абсолют. Вот абсолют поставил, да, вот бесконечную. И все через этот абсолют замкнул. Да, 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 да. Замкнул. И все замкнуло. Замечательно, да. Но эта внешность все равно останется, да? Потому что она другого характера. Она внешне не... Не, получается, это что важно? Она внешность... Правильно, она является внешностью, как бы... Того характера, что она является внешним вообще различием, в любом различии. Да, да. Какой бы различие мы ни вели, монетное, трансцендентное, там, или какой-либо другой субъект, объект, это субъект трансцендентальный, там, субъект там, как бы... Мы различаем, как бы, в абсолютный, этом плане, да. И все равно всякий раз, да, мы будем вовне. Всякий раз. Вот это вот реальное различие между сознанием, или, как уже говорить, или субъектом. Вот, понимаешь, мне на самом деле не нравится разговор про субъект. Тут еще вот мы сейчас говорили много разговоров про субъект. Почему? Чем плох разговор, вообще говоря, про субъект? Тут тоже можно такое маленькое ставить замечание. Дело в том, что вообще почему классическая философия ведет разговор о субъекте? Потому что у них есть абсолютный субъект, да? И он соотносится с миром, да? То есть абсолютный субъект, он соотносится с миром. И поэтому вот эта структура абсолютного субъекта, она и вообще структура субъектности, она на самом деле пронизывает весь мир. И поэтому на всех уровнях как бы возникает субъект. На всех. То есть вот тогда существенно говорит о единичном субъекте, эмпирическом, трансцендентальном субъекте, там, субъекте таком, как, например, общество, народ, там, типа эгрегор и прочее. Да? Но на самом деле, как бы, если мы говорим о том, что никакого всеобщего субъекта нет, а народы, там, это, общество, ну, там, всякого рода, это тоже своего рода единичные субъекты, да, это живые субъекты, просто собранные, агрегарно собранные из единичных субъектов. А есть только, если мы говорим о том, что есть только единичный субъект, то ведь возникает некое противоречие между вот, единичностью субъекта и тем, что сознание является все-таки в этом отношении всеобщим.
да, вот это всеобщностью сознания и единичностью субъекта. И это противоречие может тем способом различить, что вот этот единичный, как то, что я нас раньше называл психологический субъект. Психологический субъект, он как бы, это одно, это вот, допустим, наше я, да? А вот метафизический субъект, да, вот, вот он есть и есть сознание, метафизический субъект. Но только этот метафизический субъект не это так, таков на самом деле, что сознание является некой деятельностью, которая одновременно является и субъектом, и объектом, то есть и субъектом, и действием самой этой деятельности. То есть это вот некая деятельность просто. Ну а деятельность в каком смысле? Ну вот как вот мы рисовали, как пространство. Это есть в пространстве, различается вот этот момент. Это... Вот это вот как бы вот есть, то есть само сознание есть, собственно, есть субъект. Если вообще нужно его употреблять, свой субъект, вообще можно его не употреблять, просто говорить сознание и все. И вот то, что ты говоришь, внешность, это вот и есть внешность того, что сознание, оно как-то всегда внешне. Вот мы рисуем сознание в виде шарика, а на самом деле оно как-то не так. Нет, причем, смотри, сознание-то как-то... Что еще может быть? Вот, допустим, взяли эту тотальность, да? И она, допустим, начала сама на себя действовать, там, как бы вот в себе различает что-то, да, вот как бы... Как вот это так? Ну, когда мы рисуем так тотальность, она уже вне нашего сознания. Да, она на самом деле... Но это же как бы некий разговор конструктив какой-то, да? А на самом деле это сознание... оно включает тебя не в том смысле, что как бы вот есть шарик, и здесь есть живое я, вот здесь живое я. Не тем способом. А тем способом, что когда мы вот так рисуем, мы и понимаем, что сознание-то вот оно как-то вот так находится. Ортогонально. Вот здесь есть различия, да, вот различные, да, вот, допустим, вот такие. А сама возможность этого сознания обеспечена тем, что она существует, когда она свидетельствует себя как-то вот ортогонально. Либо надо говорить, а вот... О том, что психологическое я вот это как вот, оно как бы управляет вниманием, так что ли надо говорить? То есть получается, что есть сознание, и есть психологическое я. Сознание является некой всеобщностью. И причем всеобщество, оно является даже в каком-то в том смысле, в каком мы говорим, что вот есть дух, знаешь? Ну да. Который пронизывает это все. Понятное дело, что если нет сознания, нет я, и понятное дело, что в сознании у каждого я, оно как бы является конкретным. Да? Но тем не менее, вот как структура, да, вот как некая возможность, это есть возможность, которая у всех одинакова. То есть это возможность в каком-то смысле есть возможность мира. Да, да. А не просто возможность. Да. Но я и говорю, да, вот я. Самого субъекта, это я. Как раз и говорил, да, что это нельзя сделать там его свойством, как бы нельзя свести к нему. Это возможность мира. Здесь просто в чем как бы вот. Я вообще. Вот мы, если мы отбрасываем субъект так, на том основании, что он является, во-первых, неким предположением о том, что всякому действию должна быть какая-то причина. Это есть некое предположение, исходящее из некой метафизики, да, что всякая деятельность, всякое действие обязательно должно вот иметь субъекта. Да? Предположение, связанное с каким-то языковой игрой, что вот в языке мы говорим подлежащее и сказуемое, да, мы говорим, молния сверкает. Там гром гремит, стул падает там, и так далее. Каждый раз, что стул как субъект, да, подлежащее предложение, должно, ему мы приписываем, что какое-то действие. Либо страдательное, либо активное, неважно. Это а с одной стороны. А с другой стороны, вот для того, чтобы понять всеобщее сознание, классическая философия ввела всеобщий субъект. Всеобщий субъект или трансцендентальный субъект, он как раз был тем субъектом, который обеспечивал возможность всеобщего сознания. Потому что как бы вот субъект-объектном отличии, субъект-объектном различении, вот эти две позиции, они должны друг другу соответствовать. Если здесь единичный субъект, то, соответственно, здесь единичное восприятие. Да? Соответственно, если здесь всеобщий субъект, то, соответственно, и здесь всеобщий, да? всеобщий объект. То есть всегда, как везде, как бы, тут везде уровни, да, вот они, эти уровни там друг другу соответствуют. И поэтому, когда Гегель, например, видел, что сознание является чем-то всеобщим, да, в каком-то, то он как бы должен это было объяснить. И он вводил этого всеобщего субъекта. Ну, я говорю, и вся его интуиция связана с тем, что если есть абсолютный субъект, если как бы мир и кто-то, если всегда нужно свидетельство, то есть вот есть абсолютный субъект, он свидетельствует наличие мира, да, то есть субъект должен везде все пронизывать. Ну, если мы отбрасываем эту предпосылку, это же некая предпосылка, это абсолютный субъект, он и у Канта есть там. Если вот это все отсекаем необходимость субъектности, возникает бессубъектная онтология, да? Не, но он еще как бы ведь замкнет, он скажет, что это абсолютный субъект, это и есть мир. Да, это понятно.
то, что как бы потом как бы он не становится вне, да, как это, то есть как бы это и есть самосознающий мир такой. Да, вот да, рефлексия, да, на уровне как бы. Это все понятно, что как бы вот это различие абсолютный субъект и мир, оно на самом деле различие как бы не критическое, что да, в критическом положении есть только абсолютный субъект, или как лучше говорить? Абсолютное самосознание. Абсолютный дух. Да, дух, да. То есть просто, вот допустим, кстати, это ведь забавное тоже такое изящное решение проблемы рефлексии. Если, допустим, сознание, вот помнишь, как мы говорили, там, вот, там, как, субъект, там, найдет сам себя, куда ему обратить свою активность, чтобы на себя наткнуться, правильно? Он же всегда найдет какие-то объекты, вот. Как ему знать, да, чтобы да, ухватить себя? Ну, вот наше классическое выражение рефлексии. А теперь представь себе, что субъектом является тотальность. Куда бы она ни обратилась, так сказать, она обращается на себя. Вот. И просто достаточно обратиться. А это как бы ее активность. Также это и сознанием. То, что ты сказал, это да, то, что я говорил про да, сознание. Да, как да, возможно самосознание? Как, куда бы сознание, как бы сознание на самом деле, как бы оно само с собой соотносилось, да, это да, и есть да, самосознание. Да. Как да, бы? Потому что как бы вне сознания да, ничего нет. Вне ничего нет, да. Это тотальность. Тотальность. Совершенно верно. Вот. То есть делаем тотальность активной, чтобы она могла как бы направить свою активность ну, на что-то. И она тут же направляет ее на себя. Но возникает тогда две возможности. Одну возможность, которую Кант нам говорит, да, о том, что вот можно все-таки, как ни крути, можно элиминировать всякого субъекта, да, и все. И вот этого я тоже сюда вкинуть, как в виде да, фокуса. Да, 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 да. И разговаривать в каком-то смысле в кантовских терминах, но без вот этих абсолютных субъектов, без всеобщих субъектов. А говорить о сознании, которое реальное, живое сознание, вот оно такое, как. Не-не, это как раз вот и есть ситуация. Убрали этого я, вот оно реальное живое, оно на само себя обратилось, и оно создало внутри себя все эти различия, и как бы вот это Гегель. Да. А Кант как бы это когда мы говорим, стоп, но мы-то все время в трансцендентальной позиции. Мы-то как бы, когда рассуждаем, мы-то когда воспринимаем, мы-то всегда как бы внешность имеем такую, позицию как бы извне. Ну это вот, кстати, различие, оно, когда мы говорим о сознании, это постоянно различие возникает на уровне, как понять, что такое внимание. Вот да, мы говорим сознание, пространственность, а что такое внимание? Да. Знание пространственность это пассивность, а внимание это как бы активность внутри сознания, как бы пространственность. Вот это вот постоянно вот, во всех наших разговорах, и как бы у меня в размышлении постоянно возникает вот эта дилемма, как бы понять сознание, с одной стороны, пространственность, да, но она тогда только пассивность, а с другой стороны, она должна быть активной. Но активность другую не придумать, кроме как внимания. Но если есть внимание, то как вообще это происходит? Что внимание само по себе, что ли, движется, как угодно, что ли? Оно же как-то вроде не просто так движется, да, оно же как-то движется. Нет, там нет, может быть еще и третий вариант. Как бы может быть. Нет, мне кажется, может быть, все-таки активность сознания самого по себе, когда оно, ну, условно говоря, вот там, ну, это такой бытовой пример. Да, ты закрыл глаза. А мир там, вот этот весь мир, он сам на себя смотрит, там, сам себя различает и так далее. А дальше ты открываешь глаза, и эти различия, допустим, обнаруживаешь. Ну так вот, и есть. Вот, с электронами это ведь да, так? Да. Вот. Так вот, это третья ситуация ведь, когда как бы есть и активное сознание, понимаешь, вот этот активный мир, который как бы сам на себя обращается, сам себя различает, сам действует. Вот. И в то же время есть внимание, которое как бы не является активностью мира. И он активен не потому, что есть внимание. То есть, если мы говорим про Канта, да, это означает, что внимание, как бы, оно не принадлежит этому миру. Просто здесь с Кантом, да, в чем проблема состоит? Получается, что с внешней позиции, если мы смотрим на человека, он же миру и монетам принадлежит. Да. А с внутренней позиции, с феноменологической да, смотрим, он как бы вне его. Да. В этом и состоит как бы дилемма. В этом состоит дилемма. Который Гегель пытался преодолеть. Да. Чтобы этой внешности как бы не было. Вообще Гегель ворочался всякого рода внешностью. Ну, да, в том-то и дело, да. То есть все должно быть имманентно. То есть на каком-то смысле и феноменология борется с внешностью. На самом деле. Но это смотря как понимать, потому что а если внешность является феноменом,
понимаешь, если внешность является... Так она и не является феноменом, это мы просто догадываемся, что как она является феноменом. Внешность она не является. Мы догадываемся. Ну, а как бы, вот, ну, все там говорят про эту интенциональную структуру, там, как бы, про структуру соотнесенности, так вот я об этом и говорю. Это и симптомы внешности. Понимаешь, вот если, допустим, да, это какие-то такие симптомы внешности. То есть, если мы устраняем интенцию, просто откуда возникли все эти мои мысли? Помнишь, ты там хотел как бы интенцию брать, оставить объект, 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 объект. Вот. Вот. Интенцию можно убрать, а внимание, как бы, получается, убрать нельзя. Да, внимание вот. Нельзя убрать. Да. Никак. Вот. Которую, как бы, внимание тоже можно убрать. Акты можно убрать. Да. Акты полностью редуцировать в эти свойства объектов, как бы, да, и говорить о том, что вот в этом пространстве сознания. Объекты даны как деятель, связанный с этим объектом, и как бы деятель, связанный с объектом, и сам предмет, да, который он вычиняет. Не, ну, знаешь, я бы сказал так. Можно вот редуцировать акт к объекту, в смысле, действительно, свойств объекта, в смысле деятельности, которую с объектом произвели, или просто деятельности, но не в смысле существования объекта, как воспринимаемого объекта. То есть, что восприятие существует. Вот что. Вообще разговор о бытии здесь каким-то странным образом возник, да. Я как-то сопротивлялся, что сопротивлялся, можно обойтись без этого, да. А получается, что не обойтись. Потому что именно как раз в таком аспекте, как бытие, у нас вся схема и расщепляется. Потому что это вот внешность, о которой ты говоришь, это именно со стороны бытия. Со стороны бытия. Объект тот же самый. Потому что если мы говорим только о сущих, то если мы только о содержании говорим, мы можем просто редуцировать, да, вот это. Никаких интенций, ничего. Внешность убрать и вот просто о шарике этом говорить, как бы, да, вот в сознании, и все. И как бы вот получится некий научный подход, как бы, да, там, вот это вот, как бы, как наука же тоже как бы внешне рассуждает. Да. Представим, что вот как бы есть некий процесс, как бы наука, ученый как бы со стороны его рассказывает, но как бы вот это вот то, что он со стороны рассказывает, эта позиция является внешней, как бы она не дана. Само это никого не интересует. Да, не интересует. А он как бы рассказывает о самой сути дела, как бы оно там происходило. Например, как происходил там этот взрыв загадочный. Там, первый взрыв, там, как бы, да, там, была сингулярность, она взорвалась, там, как будто бы. И все это рассказывается с такой позиции, как будто был свидетель, который рядом присутствовал, как бы, и как через сколько секунд что появлялось, это просто фиксировало. Так вот, если мы все-таки занимаемся философией, то позиции свидетельства ее невозможно избежать, так, невозможно редуцировать никак. Она всегда есть. Причем ее невозможно редуцировать именно в том живом смысле. Потому что мы забываем, да, о вот этих всеобщих субъектах, да, вот субъекты как бы, вот, в виде понятий, как они есть там, в классической философии, мы говорим всегда только, что субъект есть всегда живой субъект. Мы где попадаем как бы в такую ловушку, которая смазывает нам это восприятие. Когда мы, допустим, мы говорим про идею стула и чувственно воспринимаемый стул. Мы говорим, вот как бы есть идея стула, есть чувственно воспринимаемый стул, вот есть реальное чувственное восприятие, а есть там идея и так далее. Вот. И нам кажется, что вот это различие между чувством и идеей. А на самом деле есть стул. Есть стул как некая определенность. Может быть чувственная, может быть идейная, может быть, так сказать, формальная определенность. Как какая-то определенность. И та же самая определенность, но существующее восприятие. Ну вот то, что ты говорил, да, что да. Нет разделения по способности, на самом деле. Да, что мышление и все другие способности, они все равно относятся к стулу, как некой. Берут стул со стороны четыре. Нет, ну даже если у нас была бы одна способность, просто вот одна, как бы определенность воспринимаемая, да, вот это вот содержание восприятия, объект, как ты говоришь, и факт восприятия, то, что как бы мы действительно его воспринимаем, да, что это не просто вот содержание, а то, что восприятие происходит, вот этого содержания, все того же содержания, обращаю внимание, вот. Вот это разные вещи. И вот это вот как бы факт того, что восприятие происходит, нельзя в качестве свойства добавить к этому объекту. Что вот как бы есть, так сказать, существующий кентавр, а есть несуществующий кентавр. Это разные как бы, да, разные сущности. Да, зафиксируем, просто вот есть две позиции, да, вот. Угу. Которые важно различать, вот позиции. Ну, это похоже на воображаемую секретаршу реальности, о которой в прошлый раз говорили. Первая позиция, что вот есть многообразие способностей, да? Воображаемые и реальные секретарши – это чувственные и идеи. Я говорю про одну и ту же секретаршу, которая есть и которой нет. Но способности расщепляют как бы
реальность согласно своим предметам, да, вот как, вот, как вот есть некая реальность, вот как бы, и теперь вот появилась, соответственно, каждой способности вот, предметы. И они собираются вот здесь вот все как-то вот в какой-то связи там в объект. То, что мы можем называть объектом. Вот это предметы, а это объект. И разговор, это первый разговор. А вторая позиция состоит в том, что независимо от того, на самом деле, как тут работают способности, расщепляют ли они объект. Бытие приходит вот отсюда. Да, получается, что на самом деле есть одно. Неважно, как много здесь способностей или немного, это вообще никакого значения не имеет. И есть как бы вот этот наш объект, и на самом деле этот объект, вот есть его содержание, да. А есть его бытие. И вот это вот различие... Вот бытие вот как бы передается, вот так сказать, по этой жилке. Много да. способностей или нет, это несущественно, да? И просто я-то что хотел, я как раз вот шел, вот это вот разговор как раз о способности, а это разговор сознания. Потому что только сознание вот улавливает вот это вот различие между содержанием и бытием. Да, да, да. Только сознание. Только сознание, да. Мышление потом может и умыться, и сколько угодно, но вот это вот различие, которое удерживается в реальности, да, вот да. Мы же может, понимаем, что такое бытие. Вот есть стул или нет его? Да. Мы понимаем. Мы понимаем, и только мы понимаем его. Причем это не действительно. Вот меня-то смущало, ты там сразу говорил, что это различие мышления. Вот это вот на самом деле наука, на самом деле, если вдуматься. Mm-hmm. Вот так вот это парадигма науки. Наука вот занимается только это внутри содержания, внутри. Mm-hmm. Внутри. Причем заметьте, совершенно не важно, есть они или нет. Вот как бы. Можно просто работать с объектами, зная их определенность. Есть определенность. А это вот постановка вопроса Хайдеггера на самом деле. Вот он как бы пытался, как бы это. Ну, не только Хайдеггер, конечно. Ну, в частности, просто Хайдеггер этот вопрос о бытии возобновил. Да, вот он просто говорил, что вот наука чего-то недопонимает. А чего она недопонимает? И ну, понятно, что наука все равно внутри содержания находится. Вот она, как мы здесь выстраиваем объект, выстраиваем предмет, и говорим о способностях, и постоянно движемся только внутри содержания. А где бытие? Ты пытался об этом разговор завести, а я пытался как бы это его элиминировать, говорю, зачем он нужен? Теперь, получается, его не элиминируют, причем как бы... Для того, чтобы само сознание понять, нам приходится как бы все-таки на бытие внимание обратить. Потому что именно без этого просто и не понять сознание. Иначе говоря, мы сознание просто сведем опять к способности. Постоянно его будем, если мы вот в этом разговоре будем находиться, рано или поздно у нас сознание станет способностью. Ну фактически, как бы, вот, допустим, вот есть ситуация восприятия. Мы чем занимаемся? Мы занимаемся тем, что говорили. Вот. Кстати, знаешь, что отсюда понятно, почему у сознания нет своего предмета? Но. Вот, мы говорили о чем? О том, что вот воспринимается предмет. Почему он воспринимается такой, какой он воспринимается? Как он воспринимается такой, какой он воспринимается? Да? Ну, то есть, каким способом? Вот способности восприятия, да, и, соответственно, определенность вот этого предмета. Почему он такой или не такой? Чувственный он или мыслимый объект? Такой он имеет содержание? Или он синтез чего-то там? Или он раздроблен? Или много их? Вот. Мы говорили о содержании. А почему он вообще воспринимается? Почему есть восприятие? Почему он существует передо мной как воспринимаемый? Как все тот же. Вот. Почему есть нечто, а не ничто? Да? Вот он вопрос Хайдеггера. И этот вопрос опять же спаивается. Вот это он и есть. Сознание. Вот. Потому что как раз тот самый вопрос, вот этот фундаментальный, да, понимаешь? Потому что нечто как бы, да, вот, да, вот оно такое, сякое, вот оно может быть таким, сяким, это все очень интересно. Как оно бесконечно содержательно, как ты любишь говорить, да? Бесконечно разнообразный может быть предмет. Но почему он есть? Почему это есть? Ну вот важное замечание надо сделать по поводу того, почему мы без бытия обойтись не можем. Не-не-не, философия. Потому что не можем. Наука же может обойтись, она занимается содержанием. Вообще говоря, вот есть... Ну, ты же сам только что добавил, что наука-то занимается содержанием, но в конечном итоге, как бы, она же не является свободно парящей. Она все равно, как бы, обращается каким-то образом к реальному опыту, ей нужно удостовериться, что это содержание существует. Она же всегда гласит, что мы занимаемся опытной наукой, у нас опыт и так далее. И нужно проверить, существует ли такое содержание или нет. Понимаешь? Оно ведь может, они могут пойти, конструировать, а оно раз и не существует. Раз, как бы, вот они ищут бозон Хиггса, например. Вот он, как бы, в теории-то, так сказать, существует. Содержание его, вот, теоретическое, да, все аспекты, так сказать, которые
принципы могут быть у элементарной частицы? Все описаны, да? Причем как бы много разных вариантов, разных содержаний. Вот он, как идея, да, и как бы, и в принципе как сущее, когда, если бы он существовал, он уже есть. Осталось только ему существовать. Почему ему бытие не придать как статалерам? Как кем? Как статалерам у Канта. Ну вот да, да. Как ему не придать? А как ему он придает? Не, просто вот на самом деле есть такой же тезис Канта бытия, есть такая работа Хайдеггера. Угу. Правда, я так вот сюда до нее не добрался. Тоталер, да, это та же история же. Просто вообще любопытно, что как бы действительно вопрос о бытии вот, ушел в забвение классической философии. Это же любопытно на самом деле. Что вообще говоря, даже Гегель, понимаешь, у него бытие становится неким как бы просто мыслью, да, о бытии. То есть перестает быть, собственно, бытием, как оно понимается. То есть как оно нам, как мы его сознаем, надо говорить, да? Угу. Стоит просто мыслью быть, мыслью становится. Есть как бы вот просто мысль, да, вот. Какая разница, существует этот статалеров или нет? Для знания это не важно. Что все, что мы можем узнать о знании, то есть что мы, все, что мы можем узнать о статалерах, вот. Ну не все так тривиально, как ты говоришь, конечно. Нет? Ну, с точки зрения Гегеля. Вот. Скорее вопрос идет о том, на самом деле, что мы это бытие потом можем вышлушать из мышления. Кант говорит о том, что бытие не является реальным предикатом, то есть как бы невозможно из мыслей, из некого мысленного объекта вышелушить бытие. Мы не можем говорить там, про Бога, да, что если Бог своей конструкции, в смысле мысли, да, как бы требуется, чтобы он существовал, что он обязательно существует. Как онтологическое доказательство бытия Божия действует? Бог совершенно, допустим, в такой форме. Бог совершенное существо, да, раз он совершенно, то он имеет все. Все совершенство какое только возможно. Да. Если бы он не существовал, он был бы несовершенным. Поэтому, как совершенное существо, он должен существовать. Отсюда, то есть, как бы из его понятия, да, из идеи Бога, следует, что он существует. Гегель говорит о том, что бытие не нужно именно в этом плане. Что вот оно вот отсюда, если вдруг надо будет, его можем высушить. Понимаешь? То есть бытие может возникнуть просто после. Мы движемся к мышлению. А бытие, как бы, оно в любой момент нами достижимо. Если мы получаем мышление необходимости существования, оно возникает. То есть Гегель доходит до стадии абсолютного субъекта и говорит, что абсолютный субъект существует. Потому что он не может не существовать. Просто. Ну да, да. То есть похоже... Логическое требование. Да. Как ты правильно говоришь, что вот это вот предельные переходы, они как раз и показывают на то, каким образом абсолютный субъект существует и не может, или скажем так, абсолютный дух там, или абсолютная идея существует. А почему она не может не существовать? А потому что кроме нее ничего и нет. Да. Все, что есть, есть эта абсолютная идея. Она включена в эту абсолютную идею. Является либо его реализацией, либо является... Да, но в этом плане-то поразительный вопрос Хайдеггера, который спрашивает, опять же, почему есть нечто, а не ничто? Нечто – это вот вся тотальность. Это любое из тотальностей просто... или вообще. Этот вопрос, да, вываливается, да, за рамки философии, да, вот, Гегеля. И знаешь, почему вываливается? Потому что это вопрос с позиции абсолютного субъекта. Ну и это тоже. Но и еще и потому, что как бы вот тотальность, так сказать, тотальность должна существовать, потому что как бы кроме нее ничего нет. Но почему она есть? Почему вообще что-то есть, понимаешь? Мы как бы подразумеваем, что что-то есть. Уже в этом построении мы подразумеваем, что тотальность — это не пустое множество. Что это что-то. Что есть какая-то... Дело не в том, что мы от одной вещи к другой переходим и, так сказать, строим бесконечную тотальность. Здесь тоже как бы присутствует какой-то математический трюк или там философский изыск, и можно придираться к этому, да? Строим там всеобъемлющее сущее, да? Вот. Восходим, да, это же тоже одно из доказательств бытия Бога, так сказать, взяли одно сущее, взяли как бы более совершенное, еще более совершенное, значит, есть какое-то самое совершенное, вот, значит, как бы вот, так сказать, Бог есть, вот. Вопрос не в этом, а в том, что то, что что-то есть вообще, мы убеждаемся вот в этом опыте. В каком? Вот. Ну, в любом, вот, просто как бы вот в восприятии, вот. Но если мы, как хочет Гегель, уйдем в сферу чистой мысли вот этой... Да, и... На самом деле лучше не быть чистой мысли, а сферу содержательности. Ну, да, да, сферу содержательности, да. Есть некая сфера содержательности, мы внутри этой сферы содержательности можем двигаться. И это... И там и кентавры... В этой сфере содержательности движется наука. Там будут и воображаемые тайлеры, и кентавры там будут, там все что угодно будет. Вот.
Причем самое интересное, что только в философии как раз быть ее обращается. Потому что там и поэзия, там все содержательность, все находится. Все, что только существует, как бы, да, все как бы занимается содержанием. Только философия ставит вопрос об этом. Ну, не факт. Поэзия все-таки, как тот же Хайдеггер считал, как раз ставит вопрос об этом. Ну, потому что там не столько важно, как бы, описать. Знаешь, то есть, есть искусство описания, если, допустим, искусство понимать как описание, то да. Вот, как бы, описать, как красив пейзаж, да. И все такое. Тут ты, как бы, какую-то содержательность передаешь. То есть, ты хочешь сказать, что она о бытии говорит, но говорит не стандартным способом, да, как бы, наука, не описательным, а как-то по-другому, да? А если, как бы, допустим, как что-то там должно заставить тебя почувствовать тебя, себя, самого себя живым, допустим. Пережить что-то как раз. Это про переживание говорили. Не у нас описать сейчас, даже не описать чувства там. Да, не, да. Не описать да. тебе тебя. Вот, допустим, чувство можно не описать. Тебе мысли. Вот, чувство можно описать, да, тебе рассказать. Да, вот, можно. Есть такое-то чувство, такое-то. Вот. Но это не действует как поэзия. Никому такая поэзия не нужна. Угу. Потому что поэзия должна в тебе породить чувство. Ты должен его переживать. То есть тебе даже ничего не будут говорить, понимаешь? Вот, как пишут плохие стихи, там начинающие там эти школьницы. Вот, начинающие школьницы. Они пишут, я так его люблю, он такой красивый, понимаешь, мне так больно, что он ушел. Они пишут содержание, потому что я, как бы, все когда песни, читаю, все песни, да, я не чувствую этого. А она должна, как бы, да, по идее, написать нечто такое, чтобы я почувствовал боль. Не знаю, вот. Или там переживание, или там радость и так далее. Чтобы я... Не получается ли так, что просто она должна словами наладить коммуникацию? Нет. У тебя есть заранее понимание, нет, у нее есть. Вот я хочу понять, что же вы хотите сказать-то. Ну, потому что то, что вы говорите, так занимается наука. Наука пытается наладить коммуникацию. То есть ученый один, например, дошел до какого-то понимания. Он это излагает в виде какой-то дескрипции, да, и объясняет другому. Другой ученый раз, ну, раз. Коммуникация наладилась. Я, когда она мне говорит, что ей больно, я и так понимаю. И ничего, и когда я буду чувствовать боль, ничего больше того, что я понимал, да, когда не чувствовал, я не буду чувствовать. Не то, чтобы я буду чувствовать, не то, чтобы я буду чувствовать что-то особенное. Дело не в том, чтобы описать, они-то думают, да, что они чувствуют какую-то особенную боль, вот какую-то такую отличающуюся от всех, уникальную. И вот ее, да, ну и всемирную, в то же время уникальную, их личную какую-то. И вот ее надо как-то там описать. Вот. Или вообще не писать, просто сказать, что вот такая у нее уникальная боль. Ну и что, как бы. А на самом деле нет. Это все тоже содержание, ничего нового нет. Просто вопрос в том, чувствую я ее или нет. Переживаю ее. Понимать я понимаю. Я понимаю, что такое утрата. Вот. Я понимаю, что такое радость. Понимаю. Но... Да, не получается ли так, что просто есть два вида коммуникации? Там один вид коммуникации содержательный, а другой вид коммуникации понимания там, или непонимания. Там, чувство это... Переживание или непереживание? Ну, здесь мы просто говорим сугубо о переживании, поскольку, да, в этом и состоит различие. Понимание — это... Вы хотите сказать, что как Хайдеггер говорит, что бытие мы просто переживаем. Мы его не можем ввести в дискурс, да, в виде способности, а просто мы его только можем пережить, и все. Ну, в общем, да, получается так. Потому что... Другого способа данности бытия, как он говорит, как бы... Нет, да. А я-то, мы-то хотели все-таки вот сюда прийти, вот. У Хайдеггера это переживание, это совсем другое. Я-то считаю, что переживание тоже здесь. Получается ли так, что и переживание это только содержательность? Ну, нет. Понимаешь, способности, они же тоже как бы через способности свидетельствуются бытии. Я не знаю, просто вот, я не уверен, что вот так как бы, как-то правильно это звучит. Просто, вот ты воспринимаешь что-то, ты одновременно как бы... Понимаешь некую содержательность, ты воспринимаешь некую содержательность. И в то же время... Я все понимаю, почему здесь различие. Понятно, что сознание всегда присутствует. Сознание здесь и есть, сознание здесь и здесь есть. Только здесь... И здесь есть какие-то способности. Да, только здесь я как бы... Акцентировал да, на одном. Да, да, да. Я и хотел сказать. Что вот это вот... Ведь вот оно фактически... Точно да, так же... Здесь же вот дальше развивается. Вот оно. Вот оно. Да, вот понятно. Оно объект. Вот это все. Вот это все. Да, так вот переживание было. Это считай, это один из объектов всего лишь. Просто всего лишь один из объектов. И одно дело его понимать и содержательно о нем говорить. Вот содержательно о нем рассуждать. А другое дело его переживать, то есть переживать его существование. Потому что, ну, боль, как бы,
как переживать существование боли, как бы свидетельствовать боль, понимаешь, как воспринимать боль, когда у тебя что-то болит, вот это. Когда ты просто как бы рассуждаешь о боли, ты как бы рассуждаешь о ней как о каком-то объекте, пусть как бы содержательно заданном, пусть еще что-то, но не существующем здесь и сейчас. Недавно. А вот еще не получается ли так, что, вот, смотрите, помните, мы говорили о таком опыте, у нас возникал субъект проживания, и там такой есть опыт такой, да? И не получается, что если отсюда взять аккуратненько сознание, взять переживание, да, и бытие, то получится сознание, да, переживает бытие. То это и есть будет, и будет наш опыт вот этот. Ну вот мы тогда вот, так, вот он так вот. На самом деле, мы тогда так и говорили же, что мы... Что вот это проживание времени, проживание бытия, вот некий специфический опыт. Вот он, этот опыт зафиксирован, он есть просто. Да, феноменологический данный опыт. Да, да. Мы так его и называли. Теперь мы просто говорили, что это проживание бытия. Обратно сюда просто показываем, как он проявляется не только вот этот конкретный замкнутый некоторый опыт, да, вот какой-то специфический. Как бы переживание. А он на самом деле есть всегда. Он и есть в каждом. То есть мы переживаем бытие, там сказать. И того, и другого, и третьего предмета. То есть это как бы такая переживание, которое сопровождает всякое восприятие. Только не переживание, а проживание. Проживание. Потому что переживание, оно как цитируется. Хорошо, да, проживание, да, проживание. Правильно говорить, проживание, да. А самое интересное, что это проживание связано с временем, да. Никаким другим образом время-то нам не дано, потому что вот то, что Гусарь называет внутреннее сознание времени, это вот и есть вот это вот время. Да, это и есть это, да. То есть сознание здесь, оно и бытие здесь, да, я бы сказал, и где-то здесь находится же и время. Я бы сказал, знаешь, вот так вот, как бы, получается, вот мы направлены на, ну, там, какой-то субъект, да, направлен на объект, как бы двумя путями, получается. Вот этим путем он свидетельствует бытие, а этим он, как бы, ухватывает содержательность, как будто бы. Такая двойная интенция. Вот. И проживание... Только не, у тебя получается один субъект, ты да, ну, это понятно. Нет, я не скатился, я просто, чтобы две стрелочки начертить. Вот. То есть, причем одна может пропадать, мы можем как бы просто заниматься содержанием. А то, что как содержанием заниматься, так вот оно и есть. Вот да. Все способности, они дают нам содержание. Да, ты определяешь, что такое способность. Вот. Это содержание. Да. И в то же время мы можем как бы не иметь содержания. Не, просто мы тогда понимаем, в чем состоит предмет этого. Так нет, вот я и говорю. А вот этот опыт нам показывает, что может содержание-то и не быть, а может восприятие быть проживание чистого бытия. Да. Вот как бы... Другая крайность. А, то есть ты не хочешь сказать, что этот опыт как раз и показывает, что есть вообще различие между содержанием и бытием. Вот да. То есть этот опыт есть опыт различения содержания и бытия. Да. Содержание и бытие. То есть, благодаря тому, что такой опыт существует, где полностью редуцировано содержание, где только осталось бытие, мы можем вообще теперь всякий раз в любом настоящем опыте различить бытие и содержание. И бытие и сущее. Или бытие и считуемость. Иначе бы как бы действительно мы различили воображаемый 100 талеров от 100 талеров? Самое-то главное, что мне нравится, что в сознании теперь есть такое сущее, которое именно различает вот это содержание, ничтойность и бытие. И вот это вот существенно, потому что вот этот разговор, мы как-то до него не доходили, и у нас сознание, оно все-таки вот где-то вот здесь. Ну да, занималось там между предметами. Оно там, конечно же, работает, понятно. Много чего там да, делается. Но как бы важный вот этот разговор. Причем как бы этот разговор связан с Хайдеггером, опять же, мы занимаемся постклассическим субъектом в основном, да? И мы хотим перейти от классического субъекта к постклассическому, как-то каким-то образом понять, как это вообще вырастает одно из другого. И, конечно же, мы не должны как бы должны все-таки понимать, почему Хайдеггер вот именно в этом области занимался. Причем я как бы этому сопротивлялся реально.